Крыша над головой. Это место, куда вернешься. Пешком или на коне, со щитом или на щите. Там, где ты родился, оставил свое детство, юность, часть своей жизни. Что-то построил, посадил дерево, оставил добрый след. Там твой дом. Страна наша – дом, и беды ее твои, и удача ее – тебе, а работа. Треть нашей жизни – разве не дом? Наша работа – театр. Тут наш дом, тут наши ошибки, успехи, ваш смех, наши слезы – все это тут. В театре мы как дома, а дома мы как в театре. Тем более, как вы знаете, а может, не знаете, решением правительства наш театр из Ленинграда переведен в Москву. Так что мы из Ленинграда в 81 году выехали и несколько дней тому назад приехали. Позвольте ваши аплодисменты передать нашим строителям. Нет, мы, конечно, играли все это время, то тут, то там, а репетировали у себя дома. Так что приглашаю вас к себе домой. Словом, чувствуйте себя, как дома. Располагайтесь поудобнее. Места достаточно. Можно сюда, а можно и тут. Точка. Точка. Запятая, минус рожица кривая, палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Прекрасное далекое время детства. Все было так просто, точка-точка, запятая. Мы рисовали этих человечков, вся жизнь казалась такой же простой, как палка-палка огуречек. Но одно дело нарисованный на асфальте мелом человечек, другое дело живой человек, у которой есть сердце, совесть, честь. У нарисованного ни того, ни другого, ни третьего. А между тем я встречал людей, которые очень напоминали мне эти нарисованные на асфальте фигурки. Такой огуречек, человеком его не назовешь, часто соглашался. Хотя надо было возражать и возражал. Хотя надо было соглашаться. Услышал крик «Помогите!», прошел мимо. Знал, что цифры взяты с потолка. На документ подписал.
встретил старого друга, но узнав, что тот не удел, сделал вид, будто не заметил его. Такого нарисованного огуречика все есть. Человеком его не назовешь. Все есть. И причем не нарисованы. Квартира, дача, автомобиль, прочие блага. Все у него есть. Кроме сердца, совести и чести. А без сердца, без совести, без чести, какой же ты человек? Вы, вероятно, замечали, а царапаешь кожу, но и царапина. Съешь что-то не то, желудок беспокоит. Поднимешь тяжелое, плечи ноют, а сердце? Оно-то что? Никто же его не трогал, не царапал, не бил. Оно болит. Ну, врачи объясняют, это внутренняя болезнь, с которой очень трудно... Внутренняя. А не считаете ли вы, что это болезнь наружная? Да, если инфаркт – это внутри. А причина инфаркта? Вот прочтешь в газете крупным шрифтом «Бесхозяйственность», «Бездушие», «Беззаконие». Сердце болит. Увидишь, лес обгоревший, болит сердце. Умный в дураках, а дурак-то в умных болит. Ой, так болит. Ну, так может, не стоит тогда об этом? Может, об этом помолчим? Что-что, молчать мы и умеем. Тем более говорят, что молчание – золото. Я, например, могу промолчать 3 часа плюс антракт. Вот засекайте время. Когда молчишь, ничем не рискуешь. Ну, давайте все вместе, дружно. Помолчим сегодня, скажем. Нет, не об этом. Об этом мы уже молчим давно. Скажем, промолчим про... Нет, об этом тоже уже, да, уже на каждом углу молчат. Мне товарищ один сегодня здесь в театре, при входе, такое намолчал. Будто бы я за что купился, за то продаю. Якобы усе... А вы что? Вот вы что молчите? Вот то, о чем вы сейчас думаете, об этом молчать нельзя. Ну и говорить, пока рановато. Чтобы не точно указывало, сколько раз петушок глянул на курочек. Что посеешь, то и пожнешь, если удобрение внесешь в почву, а не к себе в дом. Ну, выполняйте несложные задачи, будет порядок. Совсем недавно многие помнят, было и чувство голода, и холода, и вот, наконец, пришло... Чувство вкуса. Уже не модный женский сапог приносит больше страданий, чем холод ногам босого. Голодный хватает кусок хлеба, сытый морщится. Нарезали толсто. Стали люди смотреть по сторонам, кто в чем, что почем, почему им, а не нам, бедная психика, столько соблазнов. Оказывается, не каждый может сохранить человеческий облик. Кто-то напрочь забыл, что такое порядочность, честь, привязанность к родителям стала выражаться в квадратных метрах жилплощади. Иной человек на все идет. На все. Только что все у него было точно, как у соседа. Но и получается мещанин, когда человеком овладевает одна, но пламенная страсть к вещам. Но с другой стороны, без пламенной страсти что ты достанешь? Они готовы человека последнее снять, если оно не наше, другие последние отдать за то, что не наше. Ну, черт с ним, с импортом. В нашей стране полно красавиц, если их раздеть. Но, глядя на них в наших пальто, никому раздевать-то не хочется. Даже если, как честный человек, ты обязан ее раздеть. Вот и ходят по стране. Не раздетые, не замужние, а мы удивляемся, почему мало детей. Да вы оденьте женщину получше, а дети сами появятся.
Ну, кто-то скажет, а куда же девать все, что сами себе шьем? Чем склады и прилавки забиты? Это там у них, я надеюсь, вы понимаете, где. Все работают, а выгода идет одному человеку. У нас все честно. Все работают, никому никакой выгоды. А кому? Кому выгодно, если товары годами лежат на прилавке непроданные? А говорят, дефицит. Какой там дефицит? Товаров полно. Плохих. Хороших. Но самый большой дефицит – это уважение. Уважение – это дефицит. Все же как-то что-то можно раздобыть. Ну, куда-то пробиться, с кем-то договориться. Но вдруг начинаешь понимать, что потерял уважение к самому себе. А вот это уже страшно. И что нам надо? Чтобы в нашем доме нас хорошо обслуживали. Шли навстречу, ну, скажем, как иностранцам хотя бы. Ну, если ты говоришь по-английски, тебя понимают. По-русски – не всегда. А для того, чтобы все было окей, для того, чтобы все было хорошо, суют флакон духов снизу, коробку конфет сверху, примите от чистого сердца. Что вы делаете? Ну что вы делаете? Что вы? Вокруг же люди, что у всех же глаза. Правдой прикройте, правдой. Так что, в принципе, можно и так, но хочется иначе. Подумайте, у людей появилось чувство собственного достоинства. Гордость откуда-то выкопали. Унижаться не хотят. Желают, чтобы все было открыто, честно, вслух. Порядка хочется в доме. Потому что никто ни за какие деньги истинного уважения к себе купить не может. А всем хочется уважения. Всем. Даже пьяный орет. Ты меня уважаешь? Уважение – это порядок. А порядок он с красотой связан. Вот как-то буренка встретила журавля и говорит ему, почему, когда вы, журавли, летите, на вас люди, улыбаясь, смотрят, говорят, вон журавлиная стая летит. А когда мы, коровы, идем, про нас говорят, у, скотина, куда прешься? А мы же даем людям и молоко, и мясо, и последнюю шкуру себя сдираем. А что вы даете народному хозяйству? Мы, журавли, летим красиво. Журавлиный клин. Это ж красота. И буренка задумалась. На другой день стадо было не узнать. Буренка бежала впереди стада, поминутно оглядываясь, и мычала. Ну, держать линию! Люди, прижатые к заборам, ворчали. Скотина, ты совсем очумела? Прошли коровы, остались лежать на земле коровьи и лепешки. Пока кто-то не заметил. Смотрите, лепешка. Лепешка-то как лилии. Прямо журавлиный клин. Услышала об этом буренка и промочала. Вот вам и красота. Выходит, что и мы можем, если очень захотим. Красота. Красота, она ко многому обязывает. В красивом доме на пол не плюнешь. В новом костюме запросто не выругаешься. Если продавщица в магазине держит чистый картофель пальчиками в маникюре, она улыбается вам, вы ей. А когда картошка полгнили, полгрязи, естественно, скажет все, что думает о картошке, и о вас. Порядок в работе, он связан с порядком в душе. Истинный порядок дорогого стоит. Нарушишь его, потом всю жизнь не расплатишься. Вот природа – это порядок. Зверей, птиц били-били, перебили, спохватили и занесли в Красную книгу. Но и сам Бог велел занести в Красную книгу человека. Каждый из нас единственный. Второго экземпляра не сыщешь. Вся наша планета – огромный тесный дом. Где-то хлопнут двери, отзовется то тут, то там. Все мы соседи. Хоть разделяют наш стены, границы. И мир дому твоему сосед, какой бы части нашего дома ты ни проживал. Вероятно, детям всех континентов знакома сказка про серого волка
из семерых козлят. Позвольте, я вам ее напомню. Идет по лесу волк, зубами щелк, а навстречу ему семеро козлят. Все такие милые, симпатичные. Волк страшно обрадовался этой встрече и говорит шестерым козлятам: козлятушки, ребятушки, а что это мы такое позднее время лесу делаем? А мы гуляем, ответили пятеро козлят. Да, и ничегошеньки, вот так вам вчетвером не страшно? Страшно, ответили трое козлят. А вы пойте песенку, знаете? А ну давайте дуэтом, оба-два. Жил-был у бабушки серенький козлик, подхватил волк, но запевал: это мой единственный. Найди ко мне поближе, что-то я плохо слышу. Ой, худой-то какой. Как ты говоришь начало песенки, а? Жил-был. Точно, жил-был, хорошая песенка. И волк кряхтя улегся под деревом с чистой совестью спать. Да, с чистой. Это же волк, зверь. Что вы от него хотите? У него же не дом, а логово. У нее и порядки-то волчьи. Другое дело наше. Человеческие порядки. Они предполагают доброжелательность. Не только к себе, но и к другим. Требовательность. Не только к другим, но прежде всего к себе. Они предполагают совесть, честь. Так кто же мы? Люди? Или мы бессердечные? А может, мы хищные звери? Вот надо почаще задавать себе этот вопрос. Мир дому твоему, где всегда идет война между совестью и подлостью, достоинством и рабством, добротой и равнодушием. Мир дому твоему, где много еще непорядка, ибо не всегда добро торжествует над злом, а человеческое над волчьим. В жизни, как мы знаем, эта война идет с переменным успехом. Но сегодня в нашем доме мы хотим, чтобы в течение 3 часов побеждало добро. Нет, не на сцене. В зрительном зале. В ваших сердцах. А для этого на сцене мы специально покажем многое из того, что есть зло для нашего общего дома. Мы покажем вам зло, но заставим вас смеяться над ним. А смеянное зло теряет силу. А смеянное зло есть победа добра. Пусть же это добро наполняет ваши сердца и вскипает праведным гневом ко всему, что недостойно человека. Пусть грохочет оно смехом и ревется в бой со всем тем, что мешает нам жить в нашем общем доме. С добрым сердцем мы начинаем наш спектакль. Мы верим в тебя, человек. Мы еще постоим за тебя. Мир дому твоему! Нет, ты знаешь, а попозже. Попозже, да? Но ты будешь звонить? И Володя. А. Ну, извини, пожалуйста. Прошу прощения. Прошу вас. Спасибо. Товарищи. Товарищи! Я вас собрал здесь, актив нашего дома, вот в этой квартире, для того, чтобы, наконец, разобраться в безобразнейшем поведении жильца нашего, Преображенского Александра Федоровича, проживающего вот здесь. В квартире номер 2 на 1-м этаже. Официант, что ли? Вот. Он всего месяц официантом-то работает. Да, я заметил, его больше месяца нигде и не держит. Кто это бандит? Да. Он что, пьяница, что ли, если бы? А что, не разбирают в ресторане по месту работы? Да. Да там давно махнули рукой. Все жалобы отправляют сюда к нам. Вот, я пожалуйста. У него же ничего нет в жизни постоянного, кроме прописки. Вот и посылают. Так или иначе, товарищи, так или иначе, жалобы, вот они, целая папка. Мы обязаны отреагировать. Конечно. И свидетелей достаточно. Правда, все, к сожалению, прибыть не смогли. Но
Ну, трое уже здесь дожидаются. Одного прямо сейчас к нам сюда привезли из ресторана. Просит выслушать его первым. Плачет. Ну что ж за наказание такое, а? Товарищ, будьте добры, пройдите, пожалуйста, прошу. Извините, ради бога, что я в таком виде. Но жена всю одежду отнесла в ломбард, чтобы за обед расплатиться. Ну да. А меня в ресторане заложником оставили. Могу я возмутиться? Возмущайтесь. Зверь, ненавижу, я вас даже... Тихо, успокойтесь, прошу. Изложу голые факты. Я в ресторан хожу, конечно, не каждый год, но в курсе. И нахамить могут, и обсчитать, и съеденного дать. Да. Зачем мне это, правда же? Да. Но раз в год порадовать семью, чтобы жена отдохнула от кухни, надо. Ну да. Надо я вас спрашивать. Да. Вот, сегодня посетили этот ресторан у Дуба. У Дуба. У Дуба. Ага. Без всякой задней мысли, кроме поесть. Только поесть. Мы люди скромные, без претензий. Ругани поменьше, мясо побольше. Так. Цены чтоб сложили, а не умножили. Да. И обед на ужин не принесли. Все. Товарищ, а можно поближе к делу? Вот сейчас, сейчас близко. Пожалуйста. Только мы сели, а этот ваш официант, как его? Преображенский. Да. Вот, Бражанский. Не-не-не, Преображенский. Я и говорю, женский. Уж как-то скоренько меню понял. Главное, ни с того, ни с сего. Меня сразу всего насторожило. Но заказ делаю, сижу, ем салат. Так вот, в салате из помидоров оказалось подозрительно много помидоров, которые стали поперек горла, как только я представил, сколько за эту любезность дерут. Я разволновался и опрокинул на себя тарелку борща. Инстинктивно зажал жене и ребенку уши, чтобы они не слышали, куда женский пошлет нашу семью. Так он... Аслан? Молча сменил скатерть и принес вторую тарелку борща. Товарищ. Молча, представляете? Позвольте, товарищ, может, он хотел... Обобрать хотел, как рыбку. Я как только представил, сколько за такое обслуживание сдерут, кричу, не надо вторую тарелку. А он говорит, возьмите. Я говорю, не надо. А он говорит, возьмите. Я говорю, не надо. И я прокинул эту. Уже на него. Так он что делает? Он ставит третью тарелку. Третью? Приятного, говорит, аппетита. Какого аппетита? Меня заколотило, как отбойный молоток. За что не возьму все в дребезги? Я ему что, купец? Деньгами солить, посуду бить, к цыганам ездить? Я потомственный инженер. Я 5 лет в институте учился, не для того, чтобы каждый год по ресторанам шиковать. Бросил я четвертой на стол, который был всего-то. Схватил семью в охапочку и бежать. Ну, естественно, по дороге пальму сломал. Сынишка эту вазу с цикибаной разбил. Жена вместо дверей в зеркало вышла. Ну, думаю, все, все, ушел, ты не завел, все. Нет. Женский за нами? Зачем? Возьмите сдачу! Сдачу дать хотел. Потому что бить хотел, вот что! Все вокруг подумали шмот. Да. Сдачу выпросил, вместо того, чтобы честно ставить официанту. Конечно. Короче говоря, вместе с большим зеркалом, пальмой, это как ее экипажный, да. Счет составил. Да вот, сами видите, да лучше б я на эти деньги с семьей в Сочи слетал. А я человек честный, что зарабатываю, на то и живу. Как дурак. Вот. Вот, товарищ. Слышали? Что скажете, а? Ужас. Вот. Кошмар. Товарищи, ну чего же он хотел-то от него? Во всяком случае, нет денег. Нет. Дело, что непонятно. Товарищи, я сама работаю в ресторане метрдотелем. Да. Извините, конечно, за откровенность, но по полтиннику в день имею. 50 копеек, что ли? Вася! Держи вам на языке. Вот и 50 копеек. Ну, чтобы раздеть человека просто так, да. Бескорыстно. Да. А что говорит сам Преображенский? Да. Да, сам-то же. Говорит, говорит, хотел сделать приятное. Приятное? Приятное. Потрясающе, а? Ну, товарищи, здесь что-то неспроста. А может быть, шпион? Ой. Товарищ, товарищи, а давайте-ка пойдем дальше. Ну, товарищ доцент, можно вас, товарищ доцент? Товарищ доцент, мы вот здесь собрались. Вот, замечательно. Да. Собрались, да. Собрались. Мы теперь так редко собираемся. Уважаемые коллеги, рад приветствовать в этом зале цвет нашей науки. Товарищ доцент, минуточку, не об этом. О чем? Ну так... Пардон, извините, я ученый, от этого я так рассеян, как они все. Но в отличие от них, все помню, все. Хотя не всегда.
но отчетливо. Особенно вот это вот... Забор. Забор. Ага. Какой забор? Вот это. А, собак, вот! Детство! Товарищ доцент, по поводу Преображенского. Ну, Преображенский за кафедру из Воронежа. Ну, наглец. Вчера в ресторане отодвинул певицу, сам влез на эстраду и... Налей, выпьем, ей-богу, еще. Представляете, в наше время в ресторане и такие слова. Налей, выпьем, ей-богу, еще. Синих, сурман. Товарищ доцент! По поводу официанта! Официанта! Пишите. Изложу правду. Ничего, кроме правды. 26-го сего года. Я лично возвратился домой с конференции. Ключа не было, вошел. Куда же я вошел? В окно. На 10-м этаже. Пишите. Разделся в следующем порядке. Сначала снял носки, затем ботинки, потом шляпу, затем брюки и, наконец, это... Что? Лыжи. И тут обнаружил полное отсутствие пиджака, кстати, в котором был кошелек. Расстроился, пиджак был замшевый. Потом обрадовался, вспомнил в кошельке, это смешно сказать. Рубль мелочи, думаю, пускай расстроится тот, кто найдет мой кошелек. И тут звонок в двери, входит этот самый... Преображенский. Вот этот аферист и протягивает мне кошелек. Я говорю, молодой человек, а где пиджак? Какой пиджак? Который был в этом кошельке. Пиджак в кошельке? Может, наоборот? Вот. Он точно так же говорил, может быть, наоборот. Не надо. Не надо меня запутывать. Наша милиция теперь не такое раскалывает. Правильно я говорю, товарищ полковник? Ну, посудите сами. Ну, зачем мне кошелек, в котором рубль мелочи? Чтобы за него платить приличное вознаграждение нашедшему? Нонсенс. Кто? Нонсенс, Григорий Борисович. И я его вытолкал. Но кошелек-то он все-таки оставил. Вот оставил. Да нет, вот самое главное, пишите. Открыв кошелек, я обнаружил в нем деньги. Рубль! Если бы 3859 рублей, отложенные мною на мебель, вот, и паспорт, потерянный мной 1.5 года тому назад на конференции в космосе. Где? В космосе. В кафе. Нет, вы представляете, если этот аферист вернул мне деньги, паспорт, то на какое же вознаграждение он рассчитывал? А? Налицо. Явный шантаж. Вымогательство. Позорище и без того высокое звание нашего официанта. У меня все. Да, минуточку. Вот что он у меня получит. Ну, товарищ, вот. Теперь что скажете, а? Товарищ, это не вымогательство. Путает Преображенские следы. Боюсь, что здесь, товарищи, гораздо все страшнее. Ну что? Ну что вы, товарищи, перестаньте. Он на вид-то тихий, этот Преображенский. Ну, да надо. Тихий. У нас на работе тоже один такой тихий ходил. Так вот он ходил. А потом выяснил, что он 6 человек зарезал. Вот. Что? Здравствуйте. Зина Еременко. Очень-очень приятно. Будьте добры. Расскажите теперь вы товарищам о ваших взаимоотношениях с Преображенским Александром Федоровичем. А это вчера? Вчера. У дуба? У дуба, да. Да, чего говорить. Я выхожу из ресторана, подходит 3 юношей. Так. Один блондин такой высокий, с глазами карими, как портвейн. Просит закурить. Я говорю, я не курю. Тогда второй, коренастый такой, в полутяжелом весе, небогатый, с зубами. Вдруг шипит. Че, дамочка, пальтишко кожаное, сама снимешь или помочь последний раз в жизни? Да что? Но мне не первый раз мужчины предлагают снять пальто. Я знаю, что надо делать в таких случаях. Владею саблей. Карате с этикетом знакомо. Так что блондинчика пришлось уложить тут же, на месте. Что, сабли? Пяткой в ухо. В прыжке с поворотом. И пока он зубами ступени пересчитывал, принимаю за второго. Ага. Применил к нему болевой прием путем удушения. Вот. Заодно свободной рукой откручиваю нос в третий. Чтоб не стучал. Запросто бы его сделал, этого третьего. Тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется вот этот. Преображенский. Сваливает этого третьего зачем-то, которому бы еще стоять и стоять. Свои. И тут же на ступенях начинает ко мне приставать. Вы не ушиблись, вам не больно проводить вас домой и все такое. Ты понимаешь, на что намекал? О, я вижу, она поняла. Я его не уложил, потому что растерялась. Да. Ко мне никогда никто так не приставал. Вот мальчики, они хотели только пальто. Да. Ну, это... Так может, он вам помочь хотел? Василий Кузьмич, подожди. Зачем?
А зачем помочь? Да. Я его что, просила, что ли? Ну, сколько народу шло мимо, никто же не вмешался. Потому что видит же, интеллигентная женщина беседует с тремя хулиганами. И что лезть? Женщина, слабая все-таки. Вася, ты... Чего? Слабая? Это раньше все было слабое. Это раньше сила женщины была... В чем? А, кто такой? В чем? Ну, садись, пиши. В ее слабости. Газель, мамзель. А теперь сила женщины в чем? Ой. В чем? Не знаю. Да я вижу. А кто знает? Ты не знаешь? Нет, не знаю. В чем сила женщины? А, вот вы, как думаете, в чем сила женщины? Стой, 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 стой. Ну, куда, куда? Ну, чё, ну, не молодой, ну, помните хоть что-нибудь, а? Нет. Ну, сила же, ну, здоровый, спортивный вообще мужик-то. Ну, сила женщин. Броски через себя с захватом голеностопного сустава. Ну, ты понял сейчас? Да, понял? Повторить? Ну, вот, ребята, вот это хорошо, что вы тут собрались все. Вот это хорошо, правда. Ну, знаете, мы с ребятами часто сидим у дуба. Он, ей-богу, еще раз бросится меня провожать. Я вот так сделаю. Он у вас будет носить подносы на вытянутой правой ноге. Вот так. Привет. Вот, послушайте, Пантелеич, ты живой, нет, а? Товарищи, товарищи, да что же это все в конце концов означает, а? Нет, ну здесь, по крайней мере, ясно. Что? Хотел изнасиловать. Да! Изнасиловать ее можно только под общим наркозом! Товарищи, кто же этот наш Преображенский, ну в самом-то деле, а? Слушайте, прямо как в детективном романе. Ну, товарищи, я недавно фильм смотрела про упырей. Да подожди, может быть, он больной, может быть, у него невроз какой-нибудь. Точно, может быть, он чокнутый, а? Сумасшедший, он всегда такое выкинет, с ним рядом опасно находиться. Ну, конечно, я сам недавно видел в автобусе, как он ни с того ни с сего к какому-то старичку замухрышки пристал. Начал ему место уступать. А? Старичок с испугу на две остановки раньше выбросился. Ну, конечно. Что? А помните, у нас здесь квартира горела на 8-м этаже? Да, 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 да. Товарищи, все же бросились вытаскивать, кто холодильник, кто телевизор. Я костюм спас вот этот. А Преображенский? Он же котенка вытащил, идиот. Теперь воспитывает? Ну, конечно. Товарищи, а в прошлом году на субботнике, помните, когда все деревца сажали? Да. Он же клад старинный нашел. Да ты что? Золото, бриллианты. Ой. Ведь полгорода за ним гнались, так. И улицы все оцепили. Ага. Нет, дворами, огородами успел. Что? В милицию сдал, гад. Конечно. Слава богу, хоть вознаграждение взял. Угу. Местный детский дом отдал, директор себе хоть дачу построил. А то ведь и этому куда-нибудь фонд мира. Да вы что, товарищи, белины объели, что ли? Что? Преображенский нормальный мужик. Нормальный, говоришь? Да у этих же Преображенских товарищей вся семья ненормальная. Как же? А вот так, как же мы забыли? Это ведь его сестра работает в молочном магазине, травит народ неразбавленной сметаной. И ревизор ей намекал, и в Министерство здравоохранения писали, не помогает ничего. Ничего. Так они все такие. Деда его вспомните, дедуля, одуванчик. Бандит на даче цветы выращивал, потом на рынке. Бесплатно раздавал. Его там же бабуси чуть насмерть не забили. Еле милиция отбила. Точно, товарищи! Идите все сюда, я совсем забыл. Что? У меня же здесь справка из краеведческого музея. Причем здесь музей? Слушайте, пращур Преображенских в царствование Бориса Годунова отпустил крепостных на волю и организовал колхоз. И сам в нем работал. За что и был колесован с четвертованием. На дыбе он признался, что не мог поступить иначе. Вот. Так ведь это же гены! Точно! Товарищи! Это страшно! Я читала! Да, конечно, я знаю! Товарищи! Так как же нам с ним, с этим геном бороться? А я вам подскажу. Бороться с ним невозможно. Это самый древний, самый стойкий ген на Земле. Имя ему – порядочность. Я думаю, что это не вы с ним, а он с вами будет бороться. Я думаю, что в результате наш маленький ген победит. А вы как думаете?
Галина Давыдовна, значит, у меня на столе. Сейчас, минутку, я ничего не... А, вот. Да, нашел. Правда, встречный план. И это не без вашей подсказки, нет? Нет. Ну, спасибо, сейчас прочту. Благодарю. Так, беру на себя обязательство в порядке встречного плана изготовить продукции за смену на сколько? На 1100% больше, чем в прошлом году. Страшный человек. Страдивариус. Мы его назвали Страдивариусом. И далее что он делает? То есть 22,7 смычка. 0,7 смычка? Что значит 0,7? Совсем уже охренел. Что он сум... Галина Давыдовна, Страдивариуса ко мне. Я понимаю, что он работает. Вот снимите его с работы у станка, оторвите его от станка, трудно, понимаю. Возьмите грузчиков, человек 10. Да, и вместе со станком. Куда? Ко мне в кабинет, куда же еще? Так, ну что, это же документ. Это же документ. А что, если его другие подхватят? Только этого не хватало. 22,7. Здрасте. Вызывали. Прошу садиться. Ой, ну, здоровьишко-то как? Отлично, только что из отпуска. Из отпуска? Ну-ну, раз за две недели можно в себя прийти? Ты же работал-то как вол. Как зверь ты работал. Ну, зверь не зверь, а кто еще столько смычков сможет сделать, я не знаю. Не знаешь, и никто не знает. Ну что, да. Головокружение, тошнота, да? Это у меня? Да. Зачем? Что значит зачем? Говорит, ты сдавать начал. Что-то куришь, что-то и кашляешь, и что-то... А так нет, это я в дороге проснул чуток, а так здоров, как бык. Как бык, да. Но быки ведь тоже разные бывают. А этого Николая помнишь? Помню. Амбал. О, здоров, как бык. Здоров, как бык. Потом вдруг бац, и трое телят без отца. Рыбурчик, с тобой такое не бывает, вот, скажем, ближе к ночи. Вот ты, скажем, стоишь, а тебе сесть хочется. Сесть? Да. Ага. Или там, скажем, сидишь, а тебе лечь тянет. Вот так смотришь на диван с вожделением. Ты уже так и пролежал бы недели две на диване. Потом с глазами что-то происходит. Веки тяжелеют, опускаются. И так полная отключка уже. И на всю ночь, до утра. Если честно, такое с тобой бывает? Так и сплю я. Спишь. Ну, если спишь, во сне что-нибудь видишь, нет? Ну, ни черта не вижу. Сплю, как убитый. Как убитый. Значит, каждую ночь, как убитый, а говоришь, спишь. Так отключка полная. Отключка. И часто отключка. Каждую ночь. Каждую ночь? Ой, милый. Ой, милый там. У меня друг был. Хороший парень. Вроде тебя. Вот так отключался. Вдруг... Что с ним? Да так особенно-то ничего. Царство ему небесное. Отключался, а включиться уже не мог. Пробки перегорели, все дела. В баню ходишь? Хожу, а что, не надо? Ну, почему не надо? Почему? Ну, в парилочку с веничком. В парилочку с веничком? Ты ходишь, пар от тебя валит, весь красный. Дышать трудно, да? Трудновато, конечно. Что ж это со мной, а? А, что это с тобой? Вот я тоже думаю, что с тобой. Потом вытрясся, вроде сухой. Пиво выпьешь, а мять мокрый. Ой, точно. Да вы врач. Не, я директор. Но в курсе. Так что, что люди умирают, это я точно знаю. Что ж со мной будет? Вот я тоже думаю, что будет с тобой. Слушай меня, Бурчихин, возьми ты отпуск за свой счет. Ненадолго. Года на полтора. Я ж только что оттуда. Откуда? Из отпуска. Ну смотри, твое дело. Но, по-моему, лучше сейчас в Крым в санаторий, чем потом в Крым в крематорий.
такой? Вот ты уже икать начал. Это все, милый, извини. Мы сейчас тебя спасать будем. Минуточку. Галина Давыдовна, срочно скорую помощь. Бурчихин. Да он уже икает. Помнишь, как Николаев перед смертью? Ну, сейчас кончается. Давайте быстрее. Может, это жене позвонить, попрощаться? Я думаю, что самое время. Давай звони жене. А я водички. Давай водички. Вряд ли поможет, но на всякий случай. Так, да. Сейчас я. О, милый, у тебя и зрачки уже зеленые. Зеленые? Зеленые. Может, еще страшно, вон у вас красные. У меня красные, потому что я ночи не сплю. Из-за тебя же. Ну, быстро. Сколько? Чего? Ну, пальцев, сколько пальцев? А, это пальцев? Да. Ну, да не так быстро. Не так быстро. Так, сколько? 10. 10, а так? Нуль. Ну, а так? Полтора. Значит, соображаешь. Сколько... За смену надо сделать смычков, если две скрипки. Сколько смычков? Сколько? Два смычка. Два же. Два! Какого хрена ты пишешь? 22, да еще 0,7. Я же там написал. Что ты написал? Как это? Найдя не найденное, учтя неучтенное, вскрыв скрытое, да, сэкономив не сэкономив. Я ж как ударник. Я не забыл, тебя в детстве ударили, да? Пыльные виолончели по голове, ну как же. Мы инструменты делаем музыкальные, а не рыбу ловим. Рыбу выловят больше плана. На худой конец ее съедят, если нам консервная фабрика дополнительные консервные банки изготовит. Если нам транспорт выделят, если в холодильнике место высвободится для этих баночек. Только в этом случае эта рыба до твоего желудка дойдет. А мы делаем скрипки и смычки. Они шпроты и бычки. Ты что, консервировать собрался их? Вредитель ты, ну? Вредитель. Я так воспитан. Ты так воспитан. Больше смычков, больше музыкантов. Ай-яй-яй. Больше музыкантов, громче музыка. Да. А громче музыка, жить веселее. Да, особенно мне. А куда надевать это все? Ты смотри, что у нас делается. Это в любом кабинете у нас свалка. Я уж не говорю про твои инструменты, которые ты как называешь-то, как сволончель, что ли? Сволончель. Ты же в душевой хранил. Их же скрючило, как после припадка эпилепсии. Перевели это с Радивариуса на смычки. Твои смычки шпарит. Как ошпаренный. Я не понимаю, как ты собираешься. Из того же материала... Не два смычка, а 22, да еще 0,7. Каким образом? А думать надо, думать, шарики в голове катать. Да? А ну, катай-ка шарики. Ну вот чего мы смычок такой ширины шпарим, чего? Ты решил ужин. Да я попробовал два раза ужин, звук есть. И звук есть. Да, как? А теперь если длину смычка в два раза меньше сделать? Короче стало. О, конскую волосы, на него пойдет два раза меньше? Да. Волосы меньше, лошадей больше. А лошадей больше? Жить веселей. А. Ну, молодец. У тебя министерская голова, слушай. У нас министров снимают. Кругом говорят, давай больше. Кто чего может, тот того и больше, и я дам больше, дам. Да. Одна тоже все так, да. И дам больше. А больше же лучше. Кто тебе сказал? Мяса больше, молока больше, овощей больше, а смычков больше. Это ты. Вот у нас дело актерши. Одна маленькая Даша, да? А, маленькая Даша. Даша. И это дылда-то огромный. Это Маша. Маша. Кто из них лучше? Ну, Даша, все знают. Да-да. Даша лучше, а это дылда Маша, это... Больше. Что делать с Дашей, каждый знает. А что с этой дылдой Машей делать? Видишь, даже ты не знаешь. Тем более у нас план. И в госплане сидят специалисты, которые не на глазок прикидывают, а точно вычисляют, чего и сколько. Смычок без скрипки – ничто. Как скрипка без смычка – ничто. Все увязано, все укручено. Ну, все. Кому? Кому худо, если продукции больше? Кому? Вот у тебя дети есть, так? Нет. Но... Ожидаем. Ах, так? Да. Правда?
Мы что же, уже в пути? А, уж на подходе. Ну. Ну и кого ты запланировал, кого? Ну, пацана хотел. Пацана. Ну, а ежели твоя жена, как ее зовут-то? Алевтина. Алевтина. И жена, как ты говоришь, это поднатужится, где кроме пацана еще и девчонку подарит. Ничего? Не будешь возражать? Нет? Ничего? Ну, а что, где один, там и два. Ну, правильно, где один, там два. А жена вот вроде тебя вот такое напишет. И будет у тебя не два пацана, а 22, да еще 70. Куда ты от своего счастья денешься? И носить она будет не 9 месяцев, а 4. Что тогда скажешь? Да вы понимаете, что вы говорите. Я говорю то, что делаешь ты. Ты написал? Ну я о чем? Встречный план? Встречный план? Ты сегодня встречу идешь поперек нормального? Ну как бы поперек. А может и раз в жизни совершить один нормальный человеческий поступок или нет? Какой? Ну, пойди-ка навстречу своему же встречному. Своему же? Да. А зачем? Будешь дважды ударник. Дважды? Дважды. И премию уж получать. Премию. И премию дважды? О чем я и говорю. Да. Ну? Это если навстречу своему же встречному... То есть самому себе. Понимаешь? А это если поднатужиться это... Вот, а что? Нет. Что не что? Это надо будет крепко поднатужиться, ну, чтобы что-то, понимаешь, чтобы. Ведь можно, Михаил Петрович, можно сделаем. Ягодка ты моя. Так... Я ж знал, с кем я имею дело. Михаил Петрович. Ну, слово. 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 Я. Значит, это похерили? Да, это мы сейчас новые напишем. Вот это. Да, долго ли? Только надо будет подсчитать, сколько этих смычков-то будет. Можешь не считать. Государство уже сосчитало. 2 скрипки, значит, 2 смычка. Все дело. Чего 2? Ну, 2 скрипки, значит, сколько смычков? Значит, 2 смычка. Все? Да не 2, а 22,7. Что? На 2. 45,4 смычка получает. 45,4 это 2200% плана. Вот так. Это если дважды ударник. Это... Вызывали? Да, он вызывал. Он все что-то нервничает, нервничает чего-то. А чего нервничать? Ты чего? Что такое? Что? Мне уже хорошо. Я никуда не поеду. Поедете. У нас план. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Ради бога, извините, что я вас оторвал. Слушаю вас. У меня вот к вам просьба какая. Да. Позвольте мне задать вам пару вопросов. Да хоть 3 пары, а почему именно мне? Ну, это не вам, как именно вам. Это как бы не вам, а им, но в вашем лице. Что у меня такое лицо, да? Что это за них? Они сами по себе, я тоже сам. Сейчас я поясню. То есть, понимаете, кому-то... Да. Ну, в данном конкретном случае вам-то... Мне-то? Да. Значит, вы спрашиваете у меня, а в случае чего отвечать будут они? А что, я не возражаю. Ну, тем более. А то я решил, нашли дурака. Вот именно. Смотрите на меня. Я сейчас задам вам несколько вопросов. Да. Вот, так называемые тесты. Тесты? Да. Ну, знаете, сейчас это повсеместно и, кстати, дает прекрасные результаты. Да что вы? Да, совершенно верно. Так, ну, как? Что? Настроение как? У меня? Да. Ну-ка. Ну, как вам сказать? Подождите, ну что? Вы что? Вы это личный вопрос был или это уже тест пошел? Ну, а что это меняет? Тест. Тест? Да. Так вы так и скажите, это тест? Тест. Это серьезное дело. Можно такое ляпнуть. Зачем? Что? Нет, вы... Ну, ляпните то, что вы думаете, а я запишу. То, что думаю? Ну, конечно. Тем более, зачем же ляпать-то?
Тем более вы записывать будете? Нет, вы знаете, что? У меня со временем очень плохо. К сожалению, ну, вы знаете, насчет рад времени... бы помочь, но, к сожалению... Ну, значит... насчет времени вы не беспокойтесь, это буквально 5 минут. Буквально 5 минут. Я понимаю, что 5 минут, но бывает, что и 5 минут тоже нет, 5 минут. Ну, сейчас же у вас, ну, хоть 3 минуточки есть у вас. Что? В чем дело? Ну, что вас интересует? Ну, вот скажите мне, вот мы с вами сидим, беседуем, да? Да? Ну, что? Да. Вот у меня, например, настроение, хорошее настроение, вот у меня. Ладно. А какое у вас лично? У меня? Да. Лично у меня, да. Как и у моих товарищей, уже давно такого настроения не было. Да, оригинальный ответ. Давайте я запишу. А что-то оригинальное что-то. Так, давно не было такого настроения. Как и у моих товарищей. И товарищей сюда? Обязательно. Хорошо. Так, еще вопрос. Да. Только, знаете, я прошу вас, ну, подумайте хорошенько. Потому что, понимаете, ваш ответ может многое перевернуть. Да? Да. Так а зачем же задавать такие вопросы? Если что, все должно быть перевернуто у вас. Нет, я говорю, просто ваш ответ да. может многое перевернуть. В смысле... А перевернуть? Да. Так зачем же переворачивать-то, Господи? Нет, я... Понимаете, что? Вам вы не по адресу попали. Серьезно. Вам нужен такелажник. А, переворачивать, да таскать. Нет, это... не нужен. Вы меня неправильно поняли. Ну, сейчас я поясню. Понимаете, нас, психологов... А вы психолог? Да. А, очень приятно. Взаимно. Понимаете, нас интересует ваше личное мнение по отношению к чему-либо. А вот потом ответ ваш и ваших товарищей в сумме. Понимаете? Да, конечно. Я один я и так остаюсь одним я. А в сумме мы сила, правда? Ну хорошо, ну я один ничего не делаю, пожалуйста. Да. Мы оба с вами баклуши бьем, ради Бога. А если скажем, мы все в сумме навалимся и будем ни хрена делать, это результат ого-го получится. Слушайте, я смотрю, вы так оригинально понимаете принцип тестирования. А что ж вы понимаете? Не скромничайте, оригинально. Я думаю, что вам вообще, так сказать, не составит труда ответить вот на такой вопрос. При какой температуре помещения вам лучше работается? Хороший вопрос. Видно, не дурак составлял. Не я составлял. Я и говорю, не дурак. У нас обычно один кричит, открой форточку, другой вопит, закрой форточку, третий орет, оставьте форточку в покое. Просто жалко форточку. Правда? Да, мне тоже жалко форточку, только ведь вы мне не ответили. Как не ответили? Ну, я же вас спрашивал... Здрасте, как это я не ответил? Да, ну, секунду, давайте разберемся. Но я вас спрашивал не про ваши взаимоотношения с форточкой, понимаете? Вопрос был такой, при какой температуре помещение лучше работает? А лучше работает. Да. Ну, я про других не скажу, но я лично, я при любой температуре работает с огоньком, включая пожар. Это не только мое мнение, это все мои товарищи. Слушайте, такое ощущение... Какой-то странный у нас с вами разговор. Такое ощущение, что я задаю вопрос вам на одном языке, переводчик переводит на другой язык, а вы уже отвечаете на третьем. Какой переводчик? Где вы взяли переводчика? О чем речь? Да, послушайте, потеете вы при пожаре? Да. Или наоборот? Это ваше личное дело, понимаете? Да, это мое личное дело. Это ваше личное дело. Конечно, если я один тушу пожар. Слушайте, ну ответьте мне на самый простейший вопрос. Вот вы можете мне ответить? Интересно, что вы называете простейшим? Вот послушайте. Да, что? Сколько ложек сахара вы кладете в чай? В чай? Да. Вот такого... Ну, наконец. Слава Богу. Давайте. Я вот на этот вопрос категорически отвечать не буду. Почему? Вы что, смеетесь? Вы пытаете меня, сколько я кладу ложек сахара в чай, но умножьте на 365 дней в году, все это умножьте на количество выпитого чая. Зачем? А из этих данных уже можно вычислить, где у нас аэродромы. Слушай,
Слушайте, что вы мне голову здесь морочите? Почему это я морочу? Какие аэродромы? Где вы взяли аэродромы-то? Вы подумайте, тогда скажете. Ну что тут думать-то? При чем здесь? Ну слушайте, давайте еще раз. Вот смотрите, что? Вот стоит чай. Ну и что? Вот видите, конкретный чай стоит. Не конкретный, а грузинский. Ну хорошо, грузинский. Ну, вот сколько вы сюда кладете ложек? Ложек сахара. Две ложки или три? А что вы так волнуетесь из-за ложки сахара? А если я предпочитаю в прикуску, как и все мои товарищи? Ой, работка у вас какая. Такое количество вопросов. Потом не каждый будет так откровенен, как я. Вот у меня написано русским языком. Что? Вот количество сахара в ложках. Ну и что? Вы отвечаете в прикусках. А как компьютер со всем этим разберется? Кто? Кто? Компьютер! Кстати, как вы относитесь к компьютеру? С глубоким возмущением. Как и все мои товарищи. Слушайте, вам что, нехорошо? Если нехорошо, давайте, ну, приляжете, что ли, я не знаю, как? Нехорошо, я посижу, ничего. Что у вас там дальше? Вот, нужно такой-то вопрос. Вот послушайте, только внимательно меня послушайте. Как вы относитесь к женщине? Вот вопрос. Нужно такой-то вопрос. К женщине как вы относитесь? Стоп, куда вы? Стоп, стоп. Этот вопрос каждый мужчина должен отвечать стоя. Женщина, она для нас, ну, конечно, не все. Ну, я как это? Не надо подсказывать, не надо. Это я тесты, это не... Хотите откровенно, вот все мои товарищи... Слушайте, вот я мне ваши товарищи уже, вот они! Я 20 минут с вами бьюсь, 20 минут! Я записал только одно, как и все мои товарищи. Вот! Все, ваши товарищи! Что вы делаете? Что вы не психолог? Вы не психолог, вы людоед. Так изувечить моих товарищей. Да что? Ну вдумайтесь! Вдумайтесь в то, что я вам говорю, вдумайтесь! Отношение к женщине. Это чувство сугубо интимное, чувство сугубо личное чувство. Одним нравятся блондинки, другим брюнетки, третьим, четвертым. Нет. Какие бабы вам нравятся? Что так грубо? Бабы. Что это за бабы? Вас же никто мужиком не обозвал. А вы бабы. Хотите правду? Правду, как на духу. Я еще никому этого не говорил. Ни одной женщине. Вы будете первая. Пишите. Чувство это... Пишите. Чувство это глубоко интимное. Как вы сами изволили заметить. Лично я... Только я просил бы, чтобы все это... Только, пожалуйста, чтобы никто... Ну, я понял. Между нами. Я понял. Это же надо сказать! Ну, я и говорю. Ой. Чувство это глубоко интимное. Ну, я записал это уже. Так вот, я считаю, что у нас все бабы на одно лицо. Все равны между собой. Как и между нас. И этого свое мнение буду отстаивать с пеной у рта. Как и все мои товарищи. Слушайте, вы меня с вашими товарищами... У меня уже пена у рта появляется. Ну, хотя бы как вы, вот лично вы, да, относитесь к своей жене. Я... Без товарищей. Зачем? Раз жена, зачем товарищи? Что за намеки такие? Какой жене? А что вы на меня так смотрите? У нас такие типы, сколько угодно их таких.
Сначала была одна жена, потом другая, сейчас третья или четвертая, последняя. Так к первой или к последней? К последней. К последней, так и скажите, к последней. К последней. А как я могу относиться к последней? Ясно как? Как к последней женщине. Вы ее когда-нибудь видели? Нет. Не видели? Слышали? Нет. И не слышали. Вот поэтому и задаете эти идиотские вопросы. Вот я тоже не слышал, не видел. Как? Так, я холостяк. Да, в свое время были четыре претендентки. Я решил, чем четыре, лучше ни одной. Так что если когда-нибудь у меня будет жена, это будет такая женщина. Такая, что, короче, вы задали мне вопрос, я должен задать вам ответ. Вот как вы относитесь к моей будущей жене? Ответьте сначала вы, а потом уже я скажу. Да как же я могу относиться, поймите вы. Как я... А вы не можете иначе относиться. Вы будете так же относиться, как и все мои вот изувеченные вами товарищи. Слушайте, знаете что, вы меня извините, но я с вами больше не могу. Посидите, а я пошел. Я тоже пошел. Хороший дело, он, видите, не может. А я должен уметь, да? Вы спрашиваете, а отвечает-то кто? Я же отвечаю. Что вы делаете? Отвечаю. Это вы называете отвечаете? У вас же ни по одному вопросу нет личного мнения, понимаете? Ну поймите вы, ни по одному сельскому вопросу придумали себе вот эту формулку, как и все мои товарищи. А лично у вас-то, ну ведь ни по одному сельскому вопросу. Перестаньте психовать. Вам дали задание узнать мое мнение? Будьте добры, узнайте. Мне самому интересно. Какое у меня личное мнение? Очень любопытно. Да поймите же вы, наконец, поймите, что общественное мнение складывается из личного мнения каждого. На собрании у всех одно мнение. А после собрания все вышли на улицу, у всех разные. Я вот лично так понимаю. А вы понимаете иначе? Вам интересно мое мнение? Да. А я вам отвечу, знаете, вот я вам отвечу. Отвечу. Давай. Вот лично я, да. В отличие от вас, да. Я, как и все мои товарищи, и договорились. Товарищи. Только что позвонили. Через 2 часа я должен быть в министерстве с отчетом, ясно? Да, как это? А вот так, это вот так. Что вы на меня смотрите такими испуганными глазами? Ну, полу годовой отчет за 2 часа. Вы передовик с доски не слезайте, значит, Урал будет готов. Ради бога. Бога ради, Узбекистан. Интересно, Михаил Иванович. Надо, детка, надо. Вот, деловой разговор, фрукты, овощи, хлопок не забудь. Чудо Казахстан, что? Володя. Невозможно за 2 часа. Елена Васильевна. Михаил Иванович, что это же нереально. Почему же? В нашем отделе все реально. Работайте, красавица. Ну и как всегда, Майкл Семенович нас подведет с нечерноземьем, так? Но, папа, почему это подведу? Я направил, да, они туда, они все переславки, поэтому мне выходят. Когда ты мне сюда веришь? Сделаю. Высказался артист МХАТ. Ну, я папа. Ты заикаться можешь побыстрее? Если не сделаю, пускай могила меня накажет. Накажет, обязательно накажет. Ребятки, девчатки, поторопитесь. Попробуй, Михаил Иванович. Вот, Володя, девчатки, и ты, Маркет Семенович. Да о чем разговор? Не разговаривать надо, работать. Привет. Отвлекитесь вы на минуту. Галя, отвлекись хоть ты. Ой, Вера, не могу, у меня зоопарк, все потом. Да что там потом? Слушай, Галка, приехали мои знакомые из Франции. Ну и что? Такого навезли, помрешь. Крем для морды нужен. Ой, Вера, ну какой крем? У меня полугодовой отчет, какой крем? Французский, Галя. Ты посмотри, что тут написано, посмотри. Шерше ля фам, пардон, мадам. Перевожу. Женщину, смазанную этим кремом, родная мать не узнает. Да нас и так не узнают. Крем для какой кожи? Для любой, Галя, ты посмотри, ты понюхай. Ну, берешь? Ой. Ну, все, разговора нет. Вер, слушай, я не могу, у меня сейчас денег нет. Нет проблем, терплю до зарплаты. Вика,
сапог нужен? Очень. Посмотри. Какой? Ты посмотри, Франция. Да? Посмотри. Посмотри, какой каблук сейчас, самый модный сейчас. Где? Ну вот, посмотри. А где написано Франция? Ну вот, Made in France, видишь? Да. Потрясающе. Посмотри, тебе идет. Нет, не получается. Почему не получается? А где возьму 250 рублей, Вера? Какие 250? Ты что, с ума сошла? Даром отдаю, даром. Как-то даром. 245. Да вы что, Вера? Да вы что, 245? Нет, ну ты посмотри, дай-ка. Не, не могу, не могу. Давай быстро. У меня хлопок, Вера. Нет, черт с ним, с хлопком, давай лапу. Вера, ну что? Такое может быть один раз в 100 лет. Чтоб такой сапог. Ты что, с ума сошла? Тебе что? Ты посмотри, ты встань, ты пройди. Ну встань, ты посмотри, посмотри, у тебя ноги от шеи растут. Ты посмотри, как там подослали, приплюсуйте. Подсчитайте, отправляйте, оформляйте. Конечно, да. Почему посторонние в отделе? Это я? Да. Я на минутку за данными. Да, за данными. Галина Степановна, что это вы во время работы мажете, а? Ой, я это перекусываю. Что? Ну да, я время экономлю, чтобы на обед не ходить. Ну, вы сами сказали, срочно надо сделать. А, молодец, молодец. Это у них во время работы едят, а у нас во время еды работают. Молодцы, ребятки, чем так вкусно пахнет, а? Это сырок французский, плавленый в гнездо. Сырок французский, плавленый? Да. Недавно вы на французские сырки перешли, разрешите попробовать. Прелесть. Аромат. Одно слово. Франция. Правильно лектор говорил, что во Франции экономический кризис. Сырка сделать не могут. Виктория, что это у вас? Ноги там. Вот мои сапоги. А у вас холодно очень. Павел Иванович, я замерзла. Здесь эти сквозняки и щели невозможны. Вы хоть мог бы запрели? А то вот я возьму и уйду с работы. Не шуми, не шуми. Закрыем окна, двери, все закрыем. Только работайте, работайте, Володя, девчонки, ты... Бумаг, Бит Семенович! Ну да. О чем разговор? Вика, молодец. Все, берешь сапог. Берешь. Вовочка, пошли корням. Баба, слушай, у меня для твоей жены потрясающая вещь. Хорошо, набор трусиков называется «Неделька». Да. Будет ей вместо календарика. Вера, не мешай. Ты ее в них не узнаешь. Меня мой не узнал. Обрадовался жутко. Вера, я не знаю размер жены. А это не важно. Я видела тебя с ней на вечере. Вы танцевали, у вас в талии одинаковый размер. Если тебе будет хорошо, то и ей. Я не носил сейчас. Не доведу. Не ей я сейчас буду исправлять. Ну вот, пожалуйста, Вера, я ее исправлю. Если тебе хорошо, понимаешь? Вера, сейчас пойдем. Стоп, ну Вера, ну. Володя, а к этому гарнитурчик есть. Очень хорошая вещь. Ты посмотри. Я же просил. Ой, вот. Володька, как тебе идет? Слушай, купи себе! Тебе потрясающе! Ребят, скажите, как... Николаев, по цвету! По цвету. Николаев! Да! Что готово? Сейчас узнаем. Не коротковато? Самое то! Что коротковато? Не коротковато, а полные данные. Давайте! Узбекистан! Что там у нас готово? Нефть! Как? Газ! Какие носят? Кто может достать, носит остальные мучаются. Не понял, кто там мучается. Мучаются, но добывают газ в Узбекистане. Николаев, ты дурака-то не валяйте, время ведь поджимает. Я понимаю, поджимает, жмет, там жмет. Пара сантиметров не в счет. Что? Пару не в счет, работаем, запарились, пару не в счет. Запарились? Я сейчас приду и добавлю тебе пару. Работайте как следует. Очень хорошо. Ты бери, бери, тебе хорошо. Слушай, Веночка, вот это просила, да? Вера. Смотри. Ну, Вера. Ну, то, что ты просила. Ну, Верочка, ну дадите вы в конце концов работать людям или нет? Ну, что вы тут устраиваете в самом деле? Ну, это просто свинство такое. Трусы принесли в рабочем деле, бюстгальтеры. Вы знаете, что за такие вещи полагается? 10 рублей. За ваш бюстгальтер я дам только 10 рублей. А мне вообще не надо. Мне не надо. Потому что не совсем все. Мне еще и фоточки. Да, Елена Васильевна, кстати. Да. Говоришь, что запарился, да? Сейчас отправлю. Ну, Николаев, ты даешь. Да не видно, не видно, я исправил, Николаев. Да, я знал, что ты рассеянный, но что перепутать верхнюю одежду с нижней, это уж через черт. Николаев,
вы явились на работу в нижнем белье? Если мне не изменяет память в женском. Понимаете, жена в мужском, я в женском. Что? Получилось так. Что это вы тут крутите, понимаете? Что такое вы придумываете? Что вы понимаете? Тут за карнавал, быстро работать. Что хотите, только работайте, работайте, ребятки, девчатки, поторопитесь. Вера Васильевна, а у вас-то что? Леночка! Елена Васильевна! Елена Васильевна! А? Господи! Ой. Что? Что вы говорите, Михаил Иванович, а? Я говорю, в чем вы сидите? Я? Да. Где? На голове. А что у меня на голове? А, это! Да. А это, чтобы ничего от работы не отвлекало. Как это, не понял? Ну, Михаил Иванович, шумят! Не шарики, а мне хочется целиком отдаться работе. А я не могу, невозможно. А это удобная вещь. Тут звукоизоляция полная. Хотите попробовать? Что с вами лопнуло? Попробуйте, мне не жалко. Вот уже все товарищи пробовали. Ничего не слышно. Я с вами. Это очень интересная вещь. Можете заговорить, пожалуйста. Не кричать, не кричать, не кричать. Вы смирите, пожалуйста. Не действительно ничего, да? Действительно. Без единого звука. Ну вот. А вы не верили. Представляете? Интересная форма, молодец. А я... Хорошо а? Придумала, чтобы завтра все в таких наушниках. Молодец, Лена! Бери за 9.50. Молодец, у меня сердце кровью обливается. Ты такой синий, просто синий. Уставший, синий, тебе отдыхать нужно. Поезжай в санаторий, мамка, послушай меня, береги себя. Идея! Купи у меня юбочку и поезжай. Что? Юбочку купи и поезжай. Какую еще юбочку? Красненькую, махровенькую, такую хорошенькую, молоденькую. Мне? Ну тебе же нет, какая разница? А, ну я не знаю, влезет ли она. А это я беру на себя. Володечка, иди-ка сюда, помоги померить юбочку для жены Матвита. Если вы с ним вместе, иди сюда, влезете в нее, в сумме получится его супруга. Иди сюда, Матвит, иди сюда. Иди сюда, померить. Все, влезет, прекрасно, влезет, ну все. И не влезть, не влезть, я помню вашу супругу. Тут человек 8 надо поставить, чтобы хватить. Снимайте. Что вы хотите этим сказать? Кто лучше знает размеры моей жены? Вы или я? Я лучше знаю. Что? Я смотрю со стороны, большой видится расстояние. Ну хуй еще влезет моя жена. Твоя жена. Ну, Вика, скажи, что она влезет, ты же ее знаешь. Ну. Не влезет! Что вы шипите? Завидно! Мне сапоги жмут, заразы. Ну, так, да, снимите. Снимите. А вот я пробую, у меня ничего не получается. Можно вас сюда на минутку, голубчик? Подойдите ко мне и посмотрите, что вы натворили. Что? Магда. Николаев, вас я не звал. Вот это цифры правильные. Магда Семенович, куда вы уходите? Я с вами разговариваю. Нет. Николаев. Вот это цифры. Магда Семенович, идите сюда. Цифры, цифры. Что вы все время убегаете? Вы что? Друг без друга не можете? Нет, он шефство взял надо мной, передает опыт, а я ни на шаг от него. Теперь ни на шаг. Хорошо, хорошо. Разберусь, приеду, разберусь. Ребятки, девчонки, поторопитесь. Виктория, заключение допечатали? Напечатала. А почему таким тоном? Нормальный? Нет, не нормальный. Фрукты, овощи, хлопок на высоком каблуке не вкуса. Фрукты, овощи, хлопок на высоком каблуке? Вот именно! Вот именно, товарищи, соберитесь, это же пол. Асбест, цинк, железо для сухой и нормальной рожи. Боже! Ради Бога! Вот именно, Бога ради! Николаев! Ты в своем уме? Да ты что, издеваешься сегодня надо мной? Да не ми-ми-ми-ми, ку-ку-ку-ку! А что, я министру понесу? Кукуруза в трусиках неделька. Товарищ, это... Так, что это все? Стоп! Это вы принесли? Кто? Сырок. Нет. Французский.
Плавлено, идите сюда. Нет, нет, это... Вот чем мы занимаемся в рабочее время. В рабочее время, когда вся наша страна, у вас женские сапоги, женский бюстгальтер, женский. Мне через полчаса от министерства. А с чем я туда пойду? С чем я туда пойду, я вас спрашиваю? У вас есть что-нибудь мужское? Есть. Пройдемте. С вещами. Недавно я получил письмо. Вот по телевизору показывают разную фигню, а там говорят, ах, японцы, ну японцы. Как они все это делают? Я вам скажу, как. Хреново. Поставили к нам вычислительный центр японский компьютер. Ну и что? Машину назвали ИСа-44, а хоть Мурка-69. Просто вот с Харитонова. Мозгов понапихано, не протолкаться. Сказали, будто эрудиция у нее, в смысле, шибко умная. Среди дураков. Среди дураков, может, она и умная. Среди нас оказалось дурой набитой, набитой мозгами, но дурой. Чем же еще? Такие данные выдавала, за это стрелять надо. У КИС этой страшная машинная память, злопамятная зараза. Все помнит. Все. И этим пользуется. Русским языком попросили подсчитать прибыль отпуска завода-гиганта, который должен дать продукцию за 3 месяца до того, как его начнут строить. И за 1/2 до того, как установят на нем оборудование. Задачка-то ерунда. Фу. Заложили данные, кнопочку нажали, у него аж лампой на лоб полезли. Закряхтело, запыхтело, заявляет. Вы меня извините, но убыток от этой прибыли составит 32 миллиона 27 копеек. Поскольку все вложив в этот завод-гигант, завалят строительство 3 других гигантов. Ваша КИСа-44. Идиотка! Кто тебя спрашивает, дура набитая, что будет потом? Что за японская манера смотреть вперед? Короче, мы ее разобрали, эту дуру. Памяти спиртом промыли. Утром, когда мы опохмелились, попросили почитать прибыль от сдачи государства верблюжьего молока на дойную в Новгородской области. После перевода этой области с картошки на прогрессивное разведение верблюдов. КИСа как воды в рот набрала. Молчит, не гугу. Оказывается, Харитонов, дурь и башка, забыл про сексаул. Верблюжий корм, который должны бесперебойно подвозить самолетами из Казахстана, что гораздо выгоднее, чем возить верблюдов в Казахстан. КИСа это крякнула, заявляет, минимум 55. Мы спрашиваем, в каком смысле 55? Это минимальный срок, на который должны посадить те, кто до этого додумался. Короче, вызвали специалиста по заграничному оборудованию, он не поковырялся, что-то из него вынул, сунул себя в карман, ушел. Сказал, будет полный окей. Мы ждем этого окея. Попросили посчитать пропускную способность нового бассейна и количество мастеров спорта до конца года, зная объем бассейна и количество воды, которое втекает и вытекает по трубам. Школьная задачка с бассейнами. КИСа это стало медленно синеть, а потом покраснело, заявляет, многоуважаемый программист ИСАН, ничего в бассейн не может ни влиться, ни вылиться, так как воду в бассейн не подвели. Да, воду забыли подвести. Какое твое кошачье дело? Бассейн приняли. Принимайте ежедневно по 250 человек. Так что все это японские фокусы, фигня. Если плавать, обязательно в воде. У нас, если надо, плывут в том, что есть. Устроили в темную. Впятером налетели, память чертям собачьим отбили. Блок запоминающий Харитонов кулаком выбил, табло на бок своротил. Стало похоже, все знать на кого. На Харитонова стало похоже. 2 дня ехала, мигало, что-то из нее текло. Специалисты заявляют, будто это недержание горючего. На 3-й день оклемалась, но умом тронулась. Попросили подсчитать срок внедрения в промышленность нового лекарства для сердечников.
Кися это высморкалась. Такое заявляет. Главное, мы привыкли к ее вежливости, она всегда щу-щу-щу, ся-ся-ся. А тут идите вы все со своим лекарством. Что у нас дама из министерства. Дама спрашивает, это что вы этому обучились? Короче, возникла комиссия. Комиссия разобралась, пришла к выводу, что киса эта в наших суровых климатических условиях работать не сможет. Руки, ноги ей поотрывались, стерли в порошок и в переплавку. В стране нужен металл, нужен. И знаете, из одной этой дуры получилось 6 автоматов для газированной воды. Причем есть подозрение, что киса эта работала на японскую разведку. Как там с чаем? Чай готов давно. Так чего ж ты не идешь туда? Я жду тебя, да? А ты готов к этому. Вот, вот это. Так. Две сахара? Две ложечки. Как и всем моим товарищам. Да, вот. Один, это полторы, но не важно. Пирожные там. Это как ты себя чувствуешь? Нормально. Да? Там, говорят, корреспонденция есть. Да, да? Там полно писем и есть очень интересные. Нам нужно, да, с тобой просто посидеть. Ты почитать. Знаешь, кстати говоря, из Министерства культуры пришло письмо. Ну? Я не понял сразу, о чем речь. Ну? Но у меня складывается такое... А что вы ждете? В вашем распоряжении 20 минут. В буфете не только чай. Ну и что? Что там дальше? А дальше так. Глядя на вас по телевизору, читая интервью с вами в газетах, и видя, как близко к сердцу вы принимаете все нужды и заботы нашего государства, обращаюсь к вам, Аркадий Исаакович, с просьбой выслать мне 45 рублей по адресу Керчь, главпочтамт Петрову ВМ до востребования. Ну, прекрасно. Все, вот. Скромный парень. Да. Слушай, здесь одно письмо просто поразительное. Ты сейчас очень удивишься. Сейчас тебе покажу. У нас просто невероятное одно письмо. Сейчас. Нет, Али. А, прочел? Слушай, ну как? А? Ты знаешь, это придумать невозможно. Невероятная история. Знаешь, я просто не поверил своим глазам. Не может быть вот такого. А что, если мы это письмо с тобой? Что, здесь прям? Ну, а где же еще? Так, я буду кто? Ты будешь первый, я буду 56-й. Скажем, ты выходишь отсюда, а я сижу, скажем, да, вот. Правильно, да. А я сижу здесь. Начали? Простите, пожалуйста, не скажете, который час? Представьте себе, забыл часы дома. Представьте себе, я тоже. Да. Ну? Здравствуйте, 56-й. Простите, я не понял. Можете не беспокоиться, я без хвоста. А что, у вас был хвост? Я думаю, скорее всего, и не было. Да? А как же он может появиться? Ну, при нашей работе хвост может появиться в любую минуту. Интересная какая работа. Конспиратор. Да, ну действительно, в лицо вы меня знать не можете. Да, впервые в жизни вижу. Ну, в данном случае ваше доверие ко мне не играет роли. Важно, чтобы я вам доверял. А вы мне доверяете? Теперь да.
Ну, спасибо на это. Теперь вы вне подозрений, 56-й. 56-й? У нас в комбинате директор был. Тоже никого не знал по фамилии и по имени. Вот, скажет, эй ты, борода, иди-ка сюда. Забавный директор. Забавный. Так, слушаю вас. Я приехал для тайной инспекции вашей работы. Из центрального управления. Приехали, потому что не доверяете нам. Подозревали, но поскольку я устроился контролером на ваш комбинат... Вы еще нас контролировать будете. А позвольте вас спросить, на каком основании? Мы что, дали вам повод? Вы слишком долго не присылали отчет о своей работе. Долго? Неделю назад. Неделю назад я выслал вам отчет. Значит, он пришел, когда я уже выехал сюда. Ну, не знаю, но сколько можно отчитываться, господа контролеры? Слушай, на вашем месте я не называл бы нас здесь господами. Ну, невозможно. Сюда отчет, туда отчет. Слушай, нам работать надо, успокойтесь, работать. Я уже отослал результаты своих наблюдений. Шеф просил передать вам, что он вами очень доволен. Еще бы. Квартала не было, что мы планы не выполняли. Квартала не было. Но были перевыполнения плана, что совершенно поразительно. Тем более... Перевыполнения были. Слушайте, как это у вас получается? Что именно? Выпускать такую продукцию. Господи, для этого комбинат строили. Поразительное дело. Порази. Станки крутятся. Ну? Энергия расходуется. И что? Люди работают. Конечно. Зарплату получают. А вы думали... А в результате комбинат выпускает продукцию, которую никто не покупает. Ну, вы меня извините, но это уже не наша забота. Я писал в разные инстанции. Простите, одно звено в этой цепи для меня до конца непонятно. Что именно? Ваша продукция сразу идет в утиль или через торговую сеть? Да вы что? Что? Через торговую сеть, конечно. А почему не сразу в утиль? Почему вам взято через торговую сеть? Да что вы, мы же в разных ведомствах. Что вы? У нас разные интересы. Нас интересует качество, их интересует количество. Когда-то люди понимали, что без качества никому никакое количество не нужно. Сейчас уже кое-кто стал соображать, но пока это до всех дойдет. Это длинная история. Подождите, подождите. Я, кажется, начинаю понимать. Это еще дополнительные затраты на перевозку. На что? На хранение. Я правильно понимаю? У них. Слушайте, да вы талантливый человек просто. Талант. Слушайте. Я работяга. Если вкалывать, только вкалывать до конца. Знаете, я еще один вопрос. А начальник дорожного строительства, насколько понимаю, тоже наш человек? Наш, конечно. Я сразу понял. Тоже очень способный работник. Очень. Чего способный? Ему прикажут, он сделает. Во-во-во-во. Вот недавно заасфальтировал дорогу, тут же взломал. Фановые трубы не проложил. Проложил фановые трубы, заасфальтировал, тут же взломал. Кабель телефонный не проложил. Проложил телефонный кабель, всех премировали. Потом оказалось, что премировали несколько преждевременно. Кабель будет проложен, но километра на три правее. Я же говорил, я же очень способный работник. Да какой? Почему-то шеф о нем ничего не говорит. Какой шеф? Шеф? У него же другой шеф. Да? Как другой шеф? Конечно. У меня один шеф, у него другой шеф. Водопровод третий шеф, газ четвертый. Все разные шефы. А у каждого шефа голова болит только об одном. Только об одном. О чем? О своей заднице. Только об этом. Простите, как другой шеф? У него шеф Коллин. Васин. Васин? Васин. Не Васин. Васин-то загремел. Не там яму вырыл, в нее же и загремел. У нас Женин, вот кто. Женин. Женин? Женин, Женин. Такого вообще нет в нашем управлении. Ну, вот вы будете говорить. Вот видите, дробим работу свою. Дробим свою работу. Вместо того, чтобы все действия подобного рода исходили бы из одного центра. Из одного. О! Что? Статья-то об этом же. Вот она. Ну, видите, даже уже здесь об этом статья. Ну, а мы то, мы, понимаете, все... Объединяемся, мы разъединяемся. Вот ой, так ну все время. Ну что делать? И все время. Ой, господи, вот так все время. Вот сам то и дело. Вот, да, так вам же нужны деньги. Деньги кому не нужны? Всем нужны. Прошу вас, пожалуйста. Что это? Деньги. Что деньги? Просто так вот? Ну, а вы бы как хотели? Ну, не знаю. Обычно нам премиальные в банк поступали на наш счет. Прекрасно понимаем, вам же нужны наличные деньги. Наличные? Да, с нашим управлением не соскучишься.
Ну и что? Значит, что такое? Зачем? Куда? Ну, расписаться я должен. Ну, мы же сказали, мы вам абсолютно доверяем. Доверяете? Да, это уже прогресс. Ну и сколько там? 50 тысяч. Сколько? 50 тысяч. Это что, курам насмех? В каком смысле? А у нас в комбинате 5 тысяч человек. Что получается, что по десятке в зубы. А вы что, делиться собираетесь? А вы думаете, все себе? Вы что? Простите, я же не знал. Я тогда буду ходатайствовать об увеличении суммы. Я же... Именно об этом очень просил бы. Простите, а что, все эти 5 тысяч человек, это что, все наши люди, что ли? А вы думали? Наши, наши, не сомневайтесь. Знаете, я вам честно признаюсь, вы мне очень нравитесь. Знаете, мне будет искренне жаль, если вы все же погорите. Но, с другой стороны, кто не рискует, тот не выигрывает. Так, кажется, русские говорят. Бай-бай. Бай-бай. Слыхали? Спать меня укладывает. Какая-то странная фигура этот контролер. Далее, почему, говорит, не сразу в утиль? Да. А управление-то наше до чего дошло? Смотрите, премиальные-то уже чемоданами шлют. Без всякой расписки. Такого у нас еще и не было. Чтобы без расписки тебе 50 тысяч это. Интересно, кто же... Не деньги какие-то странные? Что-то я никогда таких и денег-то не видел. Так это что, новые деньги, что ли? Новые, господи, милые, ой, что делаете? Смотри-ка, размеры какие, а? 100, 100 по-русски написано. Долларс, долларс. Так это что, это диверсант? 50 тысяч долларов. Господи, что же это мы такое в нашем комбинате сделали, что этот шеф нам такую сумму отвалил? Что же мы такое... Наверное, а как же это, господи, так на кого ж мы, выходит, работаем? Да? Милиция. Милиция. Берите прямо в утиль. Вот как. Очень хотелось бы что-нибудь увидеть на вашей сцене на тему отцов и детей. Да, тема довольно древняя. Тогда, когда на Земле появился первый человек, а у него родился первый ребенок, уже тогда возникла эта тема. И с тех пор, по сей день, родители не знают, что делать с детьми. А дети не знают, куда деться от родителей. Да, но мы с тобой... Папуля, Кириллову звонил? Понимаешь, Петя, ну как звонить человеку, с которым я был шапошно знаком 15 лет тому назад? И вдруг звонок еще по такому поводу. Значит, не будешь звонить, да? Понятно, папочка. Значит, сына распределяет учителем в Сибирь на верную гибель. Почему на верную гибель? Потому что в Сибирь. А ты пальца пальцем не хочешь ударить. Ладно, папочка, тогда пеняй на себя. Я тут же попаду под дурное влияние. Сегодня же окажусь в сомнительной компании. Такой будет позор для нашей семьи. Перестань. Такой будет позор. А виноват в этом будешь ты. Вот у такого отца, вот такой сын. Ну что поделаешь, видимо, действительно, такой отец попался. Что ты говоришь? Что поделаешь? Что такое говоришь? Я всю жизнь не доедал, не досыпал для того, чтобы... Вот именно. Вы за что боролись?
За что? За что боролись, я тебя спрашиваю? Не доедали, не досыпали, мерзли. Ради чего? Ради чего? Ради нашего счастливого детства, да, наверное, правильно? Да, да, а где оно? Что? Где счастливое детство, я спрашиваю? Уходят люди зря гибли, так что ли? Ой. Вся их жизнь на смарку получается. Ой. Нехорошо, папочка. Подожди. Нехорошо, мой милый. Неуважение к павшим. Подожди, дай, получается. Дай воды мне, дай. Дай мне чуть что, да, дай воды, да? Дай, а не будет меня. Кто тебе воду подаст? Кто тебе подаст? А останусь я здесь, я беспрерывно буду подавать тебе воду. Понимаешь? Беспрерывно буду воду тебе подавать. Понимаешь, ну, ты? Понимаешь. Спасибо за это обещание. Только дай сейчас мне воды. Позвонишь, да? Я... Что ты делаешь? Подожди. Что ты делаешь? Я же подожди. Не знаю, с кем, подожди. О чем разговаривать. Не... Что? Алло, скажи. А дальше что? Алло, я тебя прошу, скажи. Алло, скажи, я тебя прошу. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр Павлович. Александр Павлович, здравствуйте. Я слушаю. Вас беспокоит профессор Вишневецкий. Беспокоит профессор Вишневецкий. Какой Вишневецкий? Тот самый, скажи, тот самый. Самый. Самый тот. Какой самый? Тот самый по электрохимии. Самый по электрохимии. Как ваше здоровье? Как здоровье ваше? Да? Он хорошо себя чувствует. Я очень рад. Я очень рад. Он очень рад. Как ваша очаровательная супруга? Как ваша очаровательная супруга? Как ваша очарованная супруга? Ну, слава Богу. Ну, слава Богу. Она в больнице. Тогда ай-яй-яй. Соберись. Скажи, не могли бы вы помочь моему сыну? Пристройте его к себе массажистом. Я буду вам очень благодарен, очень. А что, жена? Даже. Я понимаю. Слушайте, а можешь обратиться к хирургу? Сейчас массажист, это говорит. Сейчас это очень, да, вполне операбельное. Да, есть. Насчет меня договорились. И насчет хирурга, насчет массажиста. Нет, среди моих друзей есть очень хорошие, видные хирурги, да? Скажи, у вас тоже, я понимаю. Скажи мне. И вам того же. Скажи. Всего доброго. Не сказал, да? Он повесил трубку. Ясно, папочка, иначе не будет твой сын массажистом. И что? Не выйдет в люди. Почему? Ясно, папочка, тогда прощай. Что? Меня уже давно ждут отбросы общества. Обо мне еще в газетах напишут. Подожди. Читай судебные очерки. А называться будет «Яблоко от яблони недалеко падает». Стоять. Так что у нас по русскому языку-то получено? Опять колом. За что на этот раз? Кол, за что? За что на этот раз? За что, кол? За что? Я, кажется, написал. Написал. Опять на заборе написал похабное слово. Не, на доске. На доске еще? Я написал цыпленок схватил червяка. Написал я. Что схватил? Цыпленок схватил червяка, написал я. А что, какого червяка уже схватить нельзя? А училка говорит, что цыпленка надо писать через «ы». Будто исключение какое-то после всех шипящих «и», а цыпленка исключение. А ты написал «и». Я тебя выпарил вдоль и поперек. Раз училка сказала, так стало ведь оно и есть так, как она сказала. Она кто училка? Она твой начальник. А кто начальник, того и правило, того и исключение. Все цыплята у него. Хочешь писать цыпленку через «и»? Стань сперва человеком. Вот будешь каждый день есть цыплят табака, тогда пиши хоть через «э». Понял, обалдуй? Понял. Куда? Меня ребята ждут. Тама, ты посидишь тут, а. Завтра ты пойдешь к училке, скажешь, извините меня, старого козла. Я не того цыпленка имел в виду. Ваш-то, конечно, через «э» пишется. Я потом сюда идиот. Цыпляток ни ухо не рыло, а теперь сейчас всех цыплят... Всех курей через «ы» буду писать. Курят нет шипящих. Что значит нет? Гусь есть шипящий? Есть. И куры будут шипящие. Папаня разведет, чтобы училке было приятно. А раз папаня сказал, значит, будет по-ивонному. По-твоенному? Да. По-мойному будет. Я тебе русскому языку обучу. Будешь говорить с училкой
ешь ее глазами не мигая. Самое, что не лезь, зенки лезь. Когда по зрачкам скользишь, своего не добьешься. А ну смотри мне в зрачки. Глубже. Глубже. Я кому скажу? Ну так и шанчево. Ну, вопросы имеются? Не имеются. Можно идти. И ты покажу идти. Почему портфель такой порватый? Портфель, почему такой порватый? Это Вовка все. Это Вовка. Я выходил, он хватанул, я потянул, он побег, я тиранул. И вот портфель. Какой Вовка? Вовка, это сын директора Медведева. Нет, Врачихин сын. И ты не дал ему раза. Раза дал? Успевшие, он убежавшие. Убежавшие, а мы его не догнавшие. Запомни, раз и навсегда. С важными людьми держись низко. Неважно, кто пчи. Грызи их, сволочь, чтоб шерсть дыбом, зубы в сторону. Своего, своего не упускай, чужого тем более. Но для этого хватку надо иметь железную, зубы острые, а ну охраняй, охраняй. Но, перфас. Но, тиль. Держи сахар. Вот так, кто-то сказал, рожденный ползать, будто летать не могёт. Могёт. Но сперва поползать надо. Крепко поползать, землю жрать, пыль глотать. А когда взлетишь, тогда жреешь и глотай, что хочешь. Учись у отца. Чем пахнет? Могилой. То-то же. Ну-ну. Уже в глаза отцу не смотрим. Эх ты. Обещал матери, родной матери, вернуться в 5 часов. Ну и где ж ты пропадал? Только не ври, не ври, не ври, не ври. Имей мужество сказать правду. А ты сам, когда обещал прийти и когда пришел, только честно. Я, между прочим, задержался в связи с испытанием новой модели самолета. Но об этом матери, чтоб вот. А пятно у тебя на шее? Это тоже в связи с... И пахнет от тебя этими французскими... Пахнет от меня секретом горючим. Там вообще такое творилось, я еще легко отделался. Но об этом матери шепот. Ну и как твоя новая модель самолета? Ничего. Ничего. Ты о чем? Ты думаешь, я не знаю, что ты встречаешься с Галей из 10 Б? Знаешь. Она... А твоя новая модель тоже ничего. А ты что, не знаешь, как я отношусь к твоей матери и, другими словами, к моей жене? А намеки эти? Фу. Просто фу. Я тебя с ней видел. Видел? Видел. Врешь. Ладно. Вру. Ты смотри у меня. Понял? Понял. Дай 5 рублей. И отучись врать. Раз и навсегда. Отучись. Не видел, значит, не видел. Соображаешь? Соображаю. Тогда еще 3 рубля. Нахал ты, между прочим. Ты запомни, мой сын должен вырасти таким же честным человеком, как и его отец. Договорились? Договорились. Помаду сотри. Какую помаду? Голубь. Темно-вишневый. Да, вишню ел. А насчет Гали матери скажешь, собирал металлолом. Было много металлолома, и пришлось задержаться. Трудно было оторваться.
От нее, от него. Договорились? Договорились. Так. Ну? Дай пять. И... Совсем недавно ко мне в руки попал протокол одного заседания. Товарищи, только что мы узнали о том, что у нас имеются еще отдельные недостатки. Я считаю, что мы должны засучить рукава. Они у нас уже засучены, который год. И покончить с этим раз и навсегда, что мы неоднократно и делали в порядке ведения. Вот у меня будет такое мое предложение. Чем набрасываться на все недостатки сразу, может, мы выберем один маленький, симпатичный недостаточек и говорим с его с лица земли. Вот персики, угощайтесь. Товарищ, мы о недостатках говорим. А вы персиками угощайте. Ага, и буду угощать. Вы вкусите, вкусите. Нет, вкусите его, вкусите. Вот. Чувствуете? Скрипит. Это персик в цементе. Некоторые думают, это сорт такой. Скрипит на зубах цемент. Ну что, нравится? Персик в цементе. Ну что ж, это тема, это разговор. Что ж, товарищи, давайте поговорим. Кто желает? Я желаю. Извините, говорить буду вслух. Хороший цемент. Сочный. Какой же дурак эту пакость сотворил, невзирая на лица, скажу в лицо, это я. Вот с этими трудовыми моими руками. А почему я эту пакость сотворил? Спроси у меня, папа, не спроси. А я тебе не отвечу, потому что я сам хочу спросить. А кто же этот цемент из вагона не выгрузил? Невзирая на лица, скажу в лицо, это вы, папани, не выгрузили. Мы куда персики грузим? Куда? Куда попало? То есть во что? Во что влезет? К нам прибыл пустой вагон. Пустой. По документам пустой. Мы в него персики и загрузили. Конечно, не все, потому что у нас в это время обед. А обед для нас это святое дело. После обеда у нас мертвый час. Или два. В зависимости от принятого на душу населения. Но после обеда у нас уже все вагоны на одно лицо. То, что понять, что, где, в чем, можно, но не всем. Потом надо еще лопатой в вагон попасть. А пока вагоном в лопату попадешь, уже смеркается. А в темноте уже понять тяжело. Не то там нет-то, не то там брут-то. Так что такое безобразие, не знаю, но, по-моему-то оно. Смеюсь я на вас. Вот что мы можем сказать в заключении. Персик цемента не понакидали. Ну и что? Вагон был, кидать было во что? Ну, и чем же вы недовольны? Вот у нас в порту, если мы вовремя вагон не подкатим, мы платим штраф за задержку фрахта. На час задержал, плати. Еще на час, еще плаки. И считать не надо. Капиталист, он сам сосчитает. Твое дело маленькое.
Ты знай, плати. И платим мы не цементом, а золотом. Экономика. Некоторые думают, чем больше размер букв в слове «экономия», тем больше экономия. У нас от края до края порт 2,5 километра. От края до края висит один только лозунг. Каждая копейка рубль бережет. Каждая буква 12-этажный дом. Ну и что мы на этом лозунге? Хотя бы одну копеечку сэкономили? Как же? Держи карман шире. Капиталист, он держит. А мы это карман. Золото, золото. Ну, золото у нас навалом. Душа широкая. За такую широту души сажать надо в заключение. Вот что мы можем сказать в заключение. Позвольте мне бабе дуре слово сказать. Господи. Персик в цементе. Это фрукт. Это фрукт. Это фруктовина. Вот у нас в деревне такая фруктовина. У нас с механизаторами худо. У нас на 8 тракторов один тракторист. Стало на 4 трактора пол тракториста. Теперь еще правила ГАИ запрещают. Пол тракториста вести 4 трактора. Вот нам из института, из города прислали 200 ученых. Господи, 200 ученых. Ни одного тракториста. Ну хорошо, что у нас в деревне одна лопата нашлась. И что они в 200-ром с этой лопатой делают? Мало того, что они в институте деньги получают, они у нас кушают, но не в проворот. Это все ученые. Это все. Крупные ученые. Вы мне, бабе дуре, объясните, что же мы делаем? Что же мы вытворяем? Смотрите, ученые у нас едут в колхоз урожай собирать, а колхозники едут в город продукты покупать. Значит, я так, баба дура, понимаю, значит, входит, стерли грань между городом и деревней. А может, пора восстанавливать эту грань, чтобы народу было понятно. Вот это город, это деревня, это персик, это цемент, это мужчина, это, наоборот, ученый. Но кто еще желает? Персики пробовали все. А что? Рта. А цемент схватился. Рта не открыт. Ну, поскольку рта не открыт, собрание считаю закрытым. Запомнил? Так точно. Повторяй. Брюнет 176 сантиметров. Так. Взгляд пронзительный, пробор прямой. Так. Резус отрицательный. Так. На правом боку храпит, на левом вскрикивает. Так. Сын собирает фантики. Так. А это кто? Это сын собирает фантики. Понятно. Что еще? Я понял, что у нас еще на Панкратова. Дополнительные сведения на Панкратова Василия Кузьмича, замначальника главка. Так. Была язва. Угу. После первой не закусывает. Так. После второй не пьет. Угу. По ночам ноет колено. Так. Прекрасный семьянин. Связи порочащих его не замечен в последнее время. Но это в последнее время. Крепкий орешек. Будем брать. Добрый день. Я к вам по объявлению. Ну, вам снабженец требуется? Требуется. Ну! Бравый мужчина. Точь в точь. Покойный автандил. Ой! Так, я коротко расскажу о себе. Я закончил финансово-экономический институт с отличием и в журналах напечатал 6 статей по ритмичному снабжению Приуралья, Забайкалья и Дальнего Востока. Что это у вас? Не обращайте внимания, Надежда Леопольдовна, в чем дело? Он заработной платы утрясает. Так, отлично, выпьем за знакомство.
Нет, у вас там, по-моему, кричат. Кричат, кричат. На встречу. Нет, я не пью. Что? У меня печень слабеет. Снабженец не пьет. Вот теперь будем писать заявление. А тут с невидимыми чернилами, вот. Надежда Леопольдовна, группу захвата готовьте мне, пожалуйста. Да. А, Николаев, ты откуда? Из Николаева? Ну что, выбил у них? Так, отгрузил? Как? Как нет ящиков? Ты вот что, ты если завтра не отгрузишь, я для тебя здесь один ящик найду. Иван Иванович, Шально говорит, приветствую тебя. Пароль дальше едешь. Вот слушай меня внимательно, если завтра твоего кафеля у меня не будет, попрощаешься ты, Ваня, с белым светом. Ответ тише будешь, дальше едешь, тише а будешь. В том смысле, что отключу я тебе электричество, мой дорогой, и все дела. Вот так вот, подумай. Сам Ангелина, Ангелина, да. Терехина дай. Да, здравствуйте. Терехин, здравствуйте. Ты секретарш, не прикидывайся, я тебя узнал. Ну и как? Ты вот что, если завтра к обеду не дашь 100 000, я тебя разорву, ты понял? Как не сможете? И со всех наименований, ты понял? Как не сможете? Откуда, не знаю, можешь родить назад. Точно не сможете? Я говорю, не сможете, точно? Тогда, извините, мы с вами будем разговаривать иначе. Минуточку, говорю, подождите. Да, да, привет, нет, не сможем. Нет, все, говорю, до свидания, не сможем. Мало ли что обещал, мне обещали и подвели, иначе я обещаю, тоже подвожу, все. Ой, не надо меня пугать, а? Не надо, да, я пуганный, от твоих угроз ничего не изменится. Тогда пеняйте на себя. Подожди минуточку. А вот увидите, что будет. Я не пугаю, я предупреждаю. Вежливо, но сурово. Не надо пугать меня, слушай, не надо меня пугать. Там блекочешь какие-то угрозы, я тебя даже не слушаю. Когда пугают, это по-другому звучит, мой дорогой. Да, хотите услышать, как это звучит, когда пугают по-настоящему? Один раз в жизни. Услышать, хоть... Одну минуточку, не вешайте трубочку. Мы вот так вам сделаем. Это тебе. Алло, да. Если рогульками вниз, то обязательно. Вам все ясно. Счастливо, да. До свидания. Ну, докладывай. Все, пошел в душ, раздевайся и продолжай наблюдение. Клавдия Васильевна, доброжелательница беспокоит, довожу до вашего сведения. Если завтра ваш муж не подпишет акт, я его соблазню. 18:00, целую. Вылет разрешаю. 8:24. Сколько раз повторять? Кактус. Кактус, я шестой. Докладывает Мухин. Находимся в финской бане. Пошла 6-я бутылка шампанского. Рыбченков упирается. Всю водоарматуру дал, а унитазы уперся. Говорит, сам сижу без унитаза 2-й год. Жду ваших указаний. Прием. Шестой. Я как-то, слушайте меня внимательно. Попробуйте сыграть в карты. Возьмите крапленную колоду. Проиграйте 300 рублей. Не поможет. Предлагайте за унитазы вьетнамский паркет. Этого мало будет. Стоп. Плюс 2 подписки на Вальтер Скотта. Не поможет. Топите в бассейне. Как поняли меня, прием? Кактус, я шестой, ну, вас ну, понял. Ну. А если опять мокрое дело? Шестой, я кактус, слушайте меня внимательно, топите, но аккуратненько. Начнет захлебываться, спасайте, делайте искусственное дыхание, придет в себя, скажете, жизнь спасли. За это никаких унитазов не жалко, как поняли меня, прием? Кактус, вас понял. Пошли топить. С легким паром. Товарищи, простите, пожалуйста, ну что ж вы собираетесь топить человека из-за каких-то унитазов? Ведь если вам положено определенное количество унитазов, они должны быть вам заблаговременно спущены. Заблаговременно? Заблаговременно любой дурак. План выполнит. А ты вот так вот в нормальных условиях. Товарищи, у вас там бьют кого-то. А? Смотрите, бьют у вас кого-то. Не, били с утра. Сейчас отрабатывают операцию по захвату транспорта с запчастями. Покажи эту операцию, когда там драка. Это Варнаков, мастер спорта по дзюдо. Слышите, тренирует молодых специалистов. Смотри, неплохая реакция у него. Толк будет. Товарищ, отбой, вставайте. Это ребята достали отбойные молотки. Только всего. В чем дело, Надежда Леопольдовна? Залдыбаев из Ташкента машину дынь привез и 2 ящика гранат. А, стоп, не брать. Где я ему возьму? Он думает, я ему за дыни листового железа выделю. Фигушки выкусит. У нас гранаты кончились. Не брать, я сказал. Ну, пахнет хорошо. Не нюхай, гони в шею его. Понятно. Вот образец оставь. Так, стоп, и группу захвата ко мне. Понятно. Здравствуйте, девочки. Так, присаживайтесь, миленькие мои. Присаживайтесь, вы хорошие, присаживайтесь.
Так, что такое? Присаживайтесь. Так, Машенька, как у тебя дела? Рассказывай, только честно. Лекарство ваше, Петр Михайлович, помогло. Замечательно. Дочка выздоровела. Прекрасно. Но похудела. Значит, поедет летом в санаторий вместе с тобой и дыньку ей передашь от меня. Сядь, пожалуйста, посиди пока. Да все будет замечательно. Да я не я буду, если не будет хорошо. Я же никогда не обманываю. Саша, как у тебя дела в институте с учебой рассказывай. Петр Михайлович, да? Мне проректор сказал, что если через неделю я не сдам зачет. Он тебя выгонит из института. Да никуда он тебя не выгонит. Петр Михайлович. Проректор. Как зовут проректора? Имя, отчество, проректора. Проректора, Петр Михайлович. Значит, поговорим с этим Достоевским. Ой, нет, ну что, Петр Михайлович, мне же нужно готовиться. Да все замечательно будет, да я никогда не обманываю. Если осталось хорошо, значит, будет замечательно. Так, Наташа, как дела в семье с мужем, расскажи. С мужем мы решили не разводиться, Петр Михайлович. Поздравляю тебя. Но он мне сказал еще один раз, и все. Значит, один раз еще есть, прекрасно. Петр Михайлович! Скрывать не стану. Задание наиответственнейшее. В каком состоянии производства, вы знаете. Планы исторические, оборудование доисторическое. Вот именно. Нужна новая техника. Фонды, как вы знаете, спущены. Станков, как вы догадываетесь. Нет. Тем не менее, работать надо. И мы работаем. Завтра в нашем городе проездом будет Василий Кузьмич. Это зам начальника главка. Он может все. В нашем распоряжении только одни сутки. Он стреляный воробей, зараза. Его на ерунду не возьмешь. Брать живым. В папке сведения о нем, начиная с детского сада, где, кстати, за ним кое-что есть. Там же компрометирующие фотографии. Он в Венгрии смотрит стриптиз, причем сидит к нему лицом. И так далее. Это значит, девочки, послушайте. Петр Михайлович! Так, девочки, дело серьезное. Прошу к столу всех, пожалуйста, побыстрее. Итак, на Василия Кузьмича нападут, когда он будет выходить из машины. Затем наши же у наших его отобьют и заставят из благодарности пригласить в ресторан. Вот там вы случайно повстречаетесь, погудите, потом пригласите всех к себе домой, ключ от конспиративной квартиры. И дальше все по методике, то есть обворожить, увлечь, вскружить голову тоже по методике, то есть пепельницы по голове, но рассчитать. Понятно. Как только слабеющей рукой подписывает, сматывайтесь. И чтобы никаких следов, не давать ему оставлять на себе отпечатки пальцев. Все, девочки, девочки, я знаю, что трудно, я знаю, что нету сил, я знаю, что противно, я знаю это все, девочки, миленькие мои, надо. Девочки, надо, без техники смерть, миленькие мои, в ваших руках все будущее наше. На то этот цех чертова дери, который мы все-таки построим, будет памятником из стекла и бетона вашему мужеству, вашей несгибаемой женственности, отданной на благо народа нашего, девочки. Я вас будут песни складывать, понимаете вы? Легенды слагать. Коня на скаку остановит в горящую домну! А? Девочки, так прям по-человечески, просто сразу, да или нет? Поможете нам, девочки, вот по-простому, сразу, без... Во, понял, это наши люди, это наши девчонки, это же... Так, прорепетируем. Спецодежда для захвата, готова? Ну-ка. А? Вольно! Продолжим, вот этот человек, Василий Кузьмич. Дочь, вот так. Это не больно. А может быть, не надо? Что значит надо, не надо? Ну что ж, спокойный отодел. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Верхняя начала. Девочки, пошли вперед. Хорошо. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Напряженно, напряженно. Раз, два, и три, четыре. Раз, два, и три, четыре. Раз, два, и три, четыре. Раз, два, три, четыре. Верхний занимайся объектом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, и три, четыре. Хорошо, отлично, спину держать. Три, четыре, раз, два, и три, раз, два, и три. Верхняя приготовилась. Два, и три, два, и три. Хорошо, девочки. Отдали вот сана. Два, три, два, три. Два, три. Верхняя, хорошо, поточка. Его по точкам дави, хорошо. Петельницы в голове. Сейчас петельницы в голове хорошо сработали. Молодцы, молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Девочки, подписываем. Самое важное место. Внимательно подписываем. И сразу сматываем. Раз, два, три, четыре. Девочки, если так дальше дело пойдет, летом в
все в сопот поедете, я обещаю. Лично тебе спасибо. Стараемся. Лично тебе. Девочки, все свободны. Спасибо, спасибо за внимание. Дыньку дочке передай. Вот дыньку так. Дочке передай. Да! Остапенко взяли за базой. Живого или мертвого? Полуживого. Давай его сюда. Понятно. Опля. Взяли Хага. Давай его сюда. Сел? За что? Что я вам сделал? Пока ничего, она сделает. Нет. Сделаешь. Нет. Подожди. 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 Десять мешков дашь? Отпустим. Два. Москвич списанный отдадим. Дашь? Нет. Ну, новенький почти москвич. Ну. А мы его спишем, как негодный. Ну, дашь. Ну, правда же. Она с голыми руками не возьмешь! Да подожди, 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 подожди. 10 путевок в Сочи. В наш пансионат. В августе. Плюс пропуска на интуристовский пляж. То есть народ будет через решетку глазеть, локти кусать, а вы цыпленка табака с чешским пивом. А? Ну да, рада же, рада же. Да. Врешь! Не дамся, гад! Слабо! Детей в ясли. Оп, всех твоих, всех, 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 всех твоих детей. К нам в ясли, дашь или нет? Ну, быстро, но... Нет, 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 не надо! Пойдите, я еще не помню! Ты... 15 пар сапог ФРГшных, саламандра, на рифе, на гейши, плюс 3 гейши молоденьких. Ну, 3 молоденьких гейши, зараза такая! Дашь или нет? Быстро, ну! Да. Мама, все бери! Другой разговор. Значит, можно все-таки договориться по-человечески. А нам без звездки никак нельзя, сам понимаешь. Так, шаль, нов. Если что не так, извини, сам понимаешь, производственные необходимости. Три гейши за вами. Ну, договорились. Две. Одна. Не одной. Мама, куда я попал? Это же какой-то притон. Малина. Не малина, а государственное предприятие. Если ты настоящий хозяин, сам о себе должен позаботиться. Написали заявление. Заявление написали. Давайте его сюда. Сергей Дмитриевич, где путевые листы? Здесь. Приступай, мой дорогой. Понято. Ага. Прошу. Не электрический. Спокойно. Это не больно. Так. Ручка готова. Подписывайте. С закрытыми глазами? Снабженец должен уметь подписывать с закрытыми глазами. Сергей Дмитриевич, намекни ему. Монета. Вам сколько лет? А? 25. 25. Чудный возраст. Там бы еще жить да жить. Ну, подпишите, подпишите. Что подпишите, еще подписать? А? Подпишите. Другой разговор. Считайте, вы у нас работаете. Теперь идите, оформляйтесь. Все. Погодите, я что я подписал? Да мелочь, мелочь, ерунда. У нас водитель замечательный, гонщик. Ас, а оклад мизерный, вот чтобы не ушел, оформили его водителем грузовика, будто он снег за город отвозит. Вы подписали его путевые листы, только и всего, идите оформляйтесь. Да вы что, 250 тысяч тонн на километров, столько снегу во всей Антарктиде никогда не бывало. Не дураки, ну расход бензина-то соответствует этому количеству снега. Посмотрите, у нас же все как в аптеке, идите оформляйтесь, обсказано. Погодите, в какой аптеке? Вы куда бензин подевали? Вылили, у нас с этим строго. Как вылили? Вы понимаете, что за эти дела бывают? Надо знать, куда выливать, мы выливаем туда, откуда его забирает автобусный парк. Идите. При чем здесь автобусный парк? Да при том, что они работают на нашем бензине. Выходят, экономят свой, получают премию за экономию. А за это всегда могут выделить на вертолет. На вечер. А, вертолет. Надежда Леопольдовна, молодых специалистов ко мне. Быстро! На вертолет-то вам зачем? Вы уйдете быстро! Ребята, я сзади. Привет, орлы. Значит так, слушаем боевую задачу. Только что стало известно, что сегодня в 3 часа ночи на соседнюю станцию прибудет состав
С цементом на Караганду. Цемент нужен нам. Фальшивые накладные готовы? Готовы. Вас выбросят с вертолета. Перепишите на вагонах станцию назначения. Работать в перчатках, иначе могут быть неприятности. Машиниста уберете, состав поведешь ты. Поезда водил? Так точно, никак нет. Значит, научишься. Понятно, а если посторонние или банда батьки Сахно из Челябинска? Банда батьки Сахно из Челябинска? Убирать, свидетелей быть не должно. Понятно, чем убирать? Есть в наличии финская облицовочная плитка и две цистерны коньяка. Будут возникать, угощай, вот так. Понятно, сбросят с парашютами или как тогда? Ну, если выписали парашюты, то я думаю, что... А? Ну, значит, как обычно. Вас же Варнаков тренировал в максимально приближенных условиях. Так точно! Тренировал! Ну и... Поэтому Скворцова среди нас нет! Хороший был парень, конечно, но с другой стороны... Если что... О семье позаботимся. У меня назовем там... твоим именем. Присядем перед дорогой. С Богом! Разрешите идти! Идите! Пять минут перерыв, переходим на автопилот. Отдыхаем! Отдыхаем! Товарищи, что же вы здесь творите-то, а? Вы понимаете, что... Есть какие-то законы! Ну что же вы смеетесь-то? Вы понимаете, что есть законы! Есть законы, они для вас! И их нет! Есть законы, успокойся. Не надо так нервничать. Конечно, есть законы. Спасибо, Надежда Леопольда. Вы свободны. Конечно, есть законы. О чем? О чем кто говорит? Только для чего они нужны, законы-то? Для чего? Чтобы по ним жить! Чтобы между ними жить. Между... Знаешь разницу? У нас тут государственное учреждение, а не детсад. Нам снабженец нужен. Снабженец! А не пионер всем пример. А кто такой снабженец? Так, не при телефонах будет сказано. Это контрразведчик. Должен уметь взять у своих свое, когда пароля никто не знает, но все им пользуются. Когда не понять, где чье, кто где работает. Когда вместе делаем одно общее дело, воруя друг у друга все, что только можно. Хотя ничего нельзя. Вы понимаете, тогда вас же здесь всех посадить надо. Нас посадить здесь ничего бы не стояло. И ты быстро обломаешься, нас в неделю становятся людьми, правильно? Я? Что? Я нет, я буду жаловаться. Не будешь, буду. Либо вы накладные уже подписал на снег. Забыл? А? Так что мы с тобой уже одной ниточкой повязаны. Вот так-то. Да ты что думаешь? Ты что думаешь, мы хотим, что ли, так работать? Миленький мой, нельзя по-другому, нельзя по-другому. Не получается и не получалось ни у кого. Никогда не получалось. Понимаешь, да мы для чего это все делаем-то? Для себя, что ли? Для общего блага. Для общего блага. Каждый из нас лично что с этого дела имеет? Я вон третий год не могу ремонт дома сделать, не хватает времени у меня. Понимаешь ты? У Сергея Дмитриевича он до сих пор детей нет. Все некогда. Что он себе с этого дела нажил-то, кроме язвы желудка? Для общего блага. Для общего блага. Подумай. Подумай. Да. Какого еще Сундукова? Ты куда звонишь, старый мусорман? Ой, простите, пожалуйста, это меня. Одну секундочку. Меня совершенно вылетело из головы. Разрешите? Сейчас, да? Ага, понято. Не вешайте, пожалуйста, трубочку. Спокойно. Я от батьки Сахно из Челябинска. Давай, туда. Что надо тебе? Что надо? Быстренько подписали. Что? И дальше все по методике. То есть обворожить, увлечь, вскружить голову. Вскружить голову тоже по методике. То есть пепельницей по голове, но рассчитать. Это что такое? Или эта пленка будет где надо, или подписывай быстро. Ну! Сергей Ильич, как мы с тобой лопухнулись. Не говори. Молодой специалист. А, мы с тобой уже. Те кровоты, а мы с тобой не можем. Ну что,
Полежим или подпишем? Твоя взяла, гад. Наша всегда берет и везде. Алло, Батько, говорит агент 13-00. Операция завершена, пипетки наши. Ергибаев из Алматы, барашка, привет, вы кушать будете? Будем, счастливо оставаться. Барашек с начинкой. Так точно. На какое время поставили? На 21:30. 3, 2, 1. Товарищи академики, членкоры, коры и кореша. Меня пригласили на ваш симпозий по научной организации труда для дележки опытом. Ну что ж, я человек простой, так что не поймите меня правильно. Денег у меня не проси, не дам, но поделиться опытом завсегда можно. Вот вы, товарищи академики, член коры, кореша, вашу корень. Все о связи науки с производством химической. А я, корешки мои академики, смотрю в корень. А связи алкоголизма с производством. Вы не поймите меня правильно, но культура питья на рабочих местах поставлена из рук вон всем же чихать, что твой кореш пьет. Где, когда, зачем, из чего, с кем и чем он кореш закусывает. В результате трудящих производит продукцию, но в два раза больше, у всех же двоится в глазах. Мы собрались всем цехом, то есть 5 корешков, кто стоял на ногах, и решили ввести принудительное распитие напитков в день здоровья по субботам, но чтобы до упору, чтобы добавка уже в глотку не шла, но чтобы во время работы как стеклышко. И когда мы разом на работу вышли, оказалось, мать честная, сколько у нас по штатному расписанию народу-то числится. Вы не поймите меня правильно, товарищ академик, может, потому нигде рабочих рук и не хватает, что многие не держат. Почему мы и стали работать по-новому? Потому что по-старому уже сил не было. Ведь выматывались до жуткого мату. Падали от усталости и денатурату. Пораскинули мозгами, конечно, у кого что было, и решили дополнительные резервы изыскать. И изошли. Слушай, в канаве за складом, нет, который слева, 2 корешка, Сергей Серафеевич, обнаружили голландский реактор. 700 тысяч золотом. Господи, у нас этого барахла. Ну, видимо, невидимо. Но вы не поверите, когда мы его подключили, дал прирост продукции на 26%. Вот тебе бабушка и голландский реактор. Теперь насчет курева, перекура. Вы знаете, если бы в такой отдаче мы работали, с какой отдачей мы курим, мы бы давно превзошли бы самих себе. Мы поставили эксперимент. Была приглашена в цех лошадь актера Терентьевича. Лошадь, вдохнув в обе ноздри, тут же, не сказав ни слова, отдала концы. Опытным путем доказав, что воздух в цеху без всякого перекура содержит никотину столько, что для лошади хватило. Так что надобность курева отпала вместе с лошадью. И насчет, решили сократить количество руководства с 30 человек на 1 квадратный метр до 2. Что получилось? Воздух стал чище, воздух. Порядку, ну, порядку как не было, так и нет. Но когда мы новую технологию вреднили, это вдернили. Ой, внедрит твою. О! Внедрили. Оказалось, что если подавать раствор до 5-го этажа не дырявым ведром, а насосом, шланг, от которого Мифозис притащил из дому, который он же утащил с заводу,
в то время на производство цикл сокращается втрое, плюс раньше на пролитом растворе было склизко, а теперь никто не падает, и стало на 18% меньше мату на единицу площади. А что, сказал Мефодич, если мы все притащим из дома то, что утащили за все время рабочего стажа? Почин поддержали, каждый принес то, что унес, и что получилось, ну, даже член кор, ты знаешь. Ну, скажи, тут все свои. А получилось то, что наши корешки извели их корень из дома притащили, сейчас на этом можно работать 3 пятилетки. Переаппаратчик Савельев предложил, когда пришел к себе, предложил смесителя нажимать не синюю пупочку, как он делал всегда, а красную. Вот ты улыбайся, Академика, я на твоем месте ему Нобелевскую премию выписал. Процесс пошел мне под напором, от которого раньше вырывала крышку реактора и продукцию заливала весь пол, на который Дмитрий Ильич сломал предпоследнюю ногу. А процесс-то пошел под вакуумом, только после оказалось, что соответствовало инструкции. На немецком языке. Но никто же не ферштен. Но когда додумали заметать мусор, плевать и бросать окурки не в реактор, а в урну, продукция стала получаться, ну, не узнать в лицо. Но Семенович у нас голова. О, это золотой мужик. Это же наш Ньютоныч. Это же он дотумкал на личном клейме у каждого указать фамилию с адресом. По этому клейму покупатели наконец нашли и придушили сборщика Григорьевича. То есть сами покупатели покончили с браком раз и навсегда. Теперь долго думали, как же продвиг тот почин, который в начале нашего строя мы начали. Речь идет об ударничестве. А ведь есть путя. Есть путя. У наших ударников, наших забивщиков козла пересадили с домино на забивку сваи. Забили сваи на невиданную глубину. Давыдыч Дупляс вместе со сваей ушел глубоко под землю. Откуда и вызвал население остальных ударников. Вот вам, товарищи академики, что такое рабочая смекалка. Всего можно в нашей стране достигнуть, если пораскинуть мозгами. Конечно, у кого что есть. Да, алло. Алло, я слушаю. Слушаю вас. Алло. Не работает. Не знаю куда. Наверное, бюро ремонта. Каких-нибудь 70 лет тому назад. Черт знает, откуда ехали, черт знает куда. Для того, чтобы повидаться и сказать друг другу 2-3 слова. Без телефона. И как-то обходились люди. Сейчас, когда он отключается, такое впечатление, как будто лишили тебя воздуха. Нет кислорода. Дышать нечем. А когда перестает работать друг человека, телевизор, хоть в петлю весь. Вы когда-нибудь пробовали выключить на целый день газ, свет, холодильник, паровое отопление или, скажем, вынести, извините, те удобства, которые совсем недавно были на свежем воздухе? Страшно подумать, сколько, оказывается, крайне необходимого подарил нам 20 век. Ну что у нас с телефоном происходит? Да нет, мертвый телефон. Вы знаете, создается такое впечатление, что не вещи для нас, а мы для вещей. И как страшный символ огромной ценности вещей и страшной дешевизны человеческой жизни и придумана эта так называемая гуманная бомба, которая уничтожает все живое и оставляет нетронутыми вещи. До чего додумался человек? Ночи не спал. Все думал, что бы такое изобрести, что можно было спать спокойно. И додумался.
не только спать спокойно, глаза сомкнуть страшно. На планете оружия столько, которым смогло бы уничтожить нашу планету не один раз, а 15. Осталось только одно – мелочь. Кто ее хотя бы однажды восстановит? Никогда. Никогда еще перед человечеством не стоял так остро этот гамлетовский вопрос. To be or not to be? That's the question. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Да. Алло. Да. Правда? Да. Нет, просто не работал телефон. Да. Но ты придешь? Да. И Володя? Ну вот. Прекрасно. Я жду вас, да? Ну, есть. Вот, почувствовал себя человеком. Меня могут пригласить в гости. Ко мне придут друзья. Для того, чтобы проведать, навестить. Что может прекрасное человеческое общение. И будет шумно и весело, и будет накрыт стол, как умеет накрывать стол в нашей стране. И будет весело, шумно, пока кто-то не поднимет бокал. Обязательно кто-то поднимет бокал и произнесет слова, от которых смолкнут речи. И люди бережно понесут бокалы навстречу друг другу и шепотом. Шепотом, словно молитву, повторят слова, ставшие сокровенными для всей нашей планеты. В разных странах, на разных языках звучат эти слова, но означают они одно и то же. Мир. Мир. Мир дому твоему. Человек. Thank you.
Добра, здоровья, многолетия, чистого неба.